сюжеты вот уже намечаются и немножко вширь. Так, ну, это план, но он не обязательно будет приведен в исполнение. Это план. Я всегда пишу план, он рекомендательный от меня мне же самому. Но потом все складывается, ну там, когда как. Все, то есть он не является, как говорят у нас в нашей группе, в туристической группе имени Владимира Николаевича Дмитриева в Москве, есть такое выражение: трек не догма. Понятно, да? То есть всем рассылают трек, все его, значит, по нему идут, но это не догма. Но может быть, что поход пойдет немножко по-другому, по разным причинам. Вот так же с планом. План не догма. Дата догма, а план не догма. Но у вас рассчитан на широкий, да? Да, в принципе, математика вокруг нас означает, что не предполагаются глубокие познания в этой науке. Я внимательно посмотрел на лица слушателей. Вот, то есть, в принципе, понимать могут люди с отдаленным воспоминанием о математике в школе. Да. Но после лекции будет, возможно, такое как бы ностальгическое воспоминание. Может быть, ночью будут сняться кошмарные математические сны. Мне пишут об этом часто. Вы виновник, Алексей Владимирович, того, что я потом не мог нормально спать. Мне все время снились какие-то вписанные там кубы в тетрайдер. Ну, что-то в этом духе, да? Или какие-то там маршруты ловли шпионов. Кстати, одна из задач, возможно, будет про это. Вот. Ну, у вас, я считала, что популяризация главная задача. Да, да. Главная задача – это популяризация. Но в каком смысле? Вот если я, например, взял здесь на экране, включил экран и показал какую-нибудь картинку и сказал: видите, какая красивая математика, да? Ни бельмеса непонятно, но как красиво, да? Вот это не популяризация. Это профанация. Понятно, да? Вот. Популяризация – это когда человек начинает сам думать. Вот он думает, мозги скрипят, да? Надо что-то понять самому. И вот он хоть что-то понял, хоть что-то. Вот один раз, один вечер, например, в году, человек что-то понял. Он пришел и чувствует, что он поработал вот своим, как это, серым веществом. Вот. И вот в этом, в общем-то, и стоит цель таких лекций. То есть это… А в мае, да, у вас много лекций? Ну вот, например, завтра я улечу в Набережные Челны, вечером проведу два стрима, послезавтра две лекции в Набережных Челнах. Одну высочайшего уровня в школе номер 26, это одна из самых крутых школ в России в олимпиадном движении, ну и вообще одна из самых крутых школ, кузница кадров для физтеха. Вот. И в этом году у них там половина призеров вообще по Татарстану в каждой параллели – это школа. Это причем, что же Казань есть еще. На секундочку, да? Ну, или не прав, наверное, в каких-то параллелях половина. Вот в той, где, с которой я работаю, там прямо чуть-чуть не больше половины. То есть, вот. И туда я приезжаю каждый приезд в Набережные Челны. Там у нас Камский математический центр. Вот, там есть замечательный местный бизнесмен Рамиль Мавлютов, который все это на себя берет. Меценат. Вот. И дальше будет, значит, лекция уже для широкой публики в Камском математическом центре про замощение и раскраски. Или как вот правильно раскрашенный, скажем, квадрат 8 на 8 препятствует возможности замощения теми или иными фигурками. Вот в задаче сказано, можно ли замостить там квадрат 8 на 8 такими-то фигурками. Вот. И вот там правильная раскраска решает иногда этот вопрос. Иногда это очень нетривиальный вопрос. То есть вот так сам пытаешься, ничего не получается, но непонятно, в чем затык. А там есть вот, ну, инвариант, говоря умным словом. Но завтра пятиклассники получат про это, послезавтра про эту лекцию. Привет, я где-то тебя видел. И тебя. Да. И тебя я много где видел. Только что видел. Да, да, я правда забыл уже, в каком городе она была и где. В Москве. В Москве, да? Да, в Гиперионе. Да, да. Да, Гиперион, правильно. Ну вот, но я вот, девушка уже ушла, а я же не договорил, что после того, как я из Набережных Челнов вернусь, я поеду в Ярославль. И там есть такое самое красивое село в России. Называется Вятское. И будет лекция там. Там вообще будет, там будет еще Рогородский, там будет еще несколько таких очень популярных лекторов. Например, такой есть Дубынин, который мозг, про мозг.
читать лекции. Вот, он тоже будет в Вятском. В общем, там будет такой большой сбор популяризаторов. Потом что будет? Потом будет собрание РАН общее, потом лекция в Зеленограде, ну и так далее. Ну, короче, много, да. Спасибо вам большое. Да, удачи. Поехали? Начинаем? Я думаю, что да. Сейчас тогда одну секундочку, можно? Да, я... Конечно. Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Александровна. Я замдиректора по воспитательной и профориентационной работе Российского государственного университета туризма и сервиса, в стенах которого мы с вами находимся. Я очень рада сегодня встречать таких гостей. И действительно, наше образовательное учреждение, скажем так, с удовольствием откликнулась на предложение стать площадкой для проведения этого мероприятия. И мы очень надеемся, что сегодняшний вечер вы проведете не только с интересом, но и с пользой. Вернее, не только с пользой, но и с интересом. Вот, приоритеты расставим по-другому немножко. Вот, спасибо большое. И слово Алексею Владимировичу Стулову как инициатору данного мероприятия. Дорогие друзья, добрый день. Мне хотелось сказать, что данное мероприятие, оно не случайно, вот такое, а мы там в обед проснулись, давайте вот профессора там, да, пригласим. Вот, то есть это результат, точнее, одна из задач в рамках, ну, такой, скажем так, достаточно, наверное, в свое время она была наглой, такой дерзкой, мы не стеснялись, да, будем честными. Вот, на форуме открытия, который прошел в октябре 2017 года, Совет молодых ученых и специалистов городского округа Подольск, который имею честь и удовольствие представлять, быть одним из его, ну, скажем так, ну, идеологов, может быть, да, значит, мы предложили поддержать идею присвоения статуса Подольска и статуса Наукограда. Задача не вдруг, но, по крайней мере, вот это та система координат, в которой все наши действия обоснованы, да? Ну, вот, то есть, и там есть, соответственно, ряд законодательных документов, то есть там критериев там, и так далее. И мы, проанализировав степень завиральности данной идеи, пришли к выводу о том, что это все реально. Дело в том, что в Подольске достаточно мощный научно-промышленный комплекс создан. Значит, локомотивом здесь является предприятие Росатома. Здесь порядка 5, может, мне кто-нибудь поправит. Потому что была цифра 7, но я пока 5 готов перечислить, вот 2 не помню. Научно-исследовательских институтов, в частности, институт животноводства, кабельной промышленности, точного машиностроения там, и так далее. Поэтому, собственно, этот базис есть. Есть, собственно, ну просто, я не знаю, цитадель, Дана Александровна, информатизации, цифровизации и так далее на базе Подольского пехотного училища. То есть имеется в виду есть исторический байс, есть, собственно, те замечательные ребята, с которыми мы уже много лет работаем. Значит, кто-то уже входит в группу проекта «Цифровая Россия» в том числе. Значит, и, собственно, но без... Все вопросы, связанные с информатизацией, цифровизацией, там, проектами и так далее, они все-таки должны на чем-то основываться. И этим базисом как раз является математика. Значит, и, ну, я не знаю, вот без математики, ну, наверное, максимум, да и мюзикл тоже, наверное, не поставить, наверное, да, где-то наши эти гуманитарии. Ну, вот. Да и можно, наверное, максимум мюзикл поставить. Можно, но снять его на видео уже вряд ли. Не вдруг, да. Невозможно. Запомнился для следующего. Ну, не то чтобы невозможно, но очень близко к невозможному, да. Вот. И вот, допустим, уже в институт я поступил в 2000-м. В 6-м закончил, но тем не менее я все равно так или иначе в своей деятельности обращаюсь к математике. Она дает ответы на многие вопросы, она является фундаментом, поэтому сегодня здесь известный российский математик, доктор физико-математических наук, ну, величайший я потом скажу, ладно, популяризатор науки. Популяризатор математики. Популяризатор математики, профессор МФТИ и Адыгейского государственного университета Алексей Владимирович Сватеев. Спасибо большое. Так, я бы все-таки чуть-чуть, может быть, как-то рокировку сделал. Может, вот это сюда, а доску сюда, чтобы поближе быть, вот как думаете? То есть, вот, допустим, доску-то я сам, а вот
Вот это я не сдюжу, наверное. Ага, вот, да, пусть она... Ага, ой, я забыл про них. Ну ладно, пусть стоят, да. Вот, отлично, все, а это здесь. Вот, отлично, вот, вот так, в такой форме, супер. Опять, ладно, сейчас, пусть здесь будет. Так, ну что же, сейчас я сформулирую две задачи для затравочки, которые на самом деле... Так, сейчас тут, наверное, можно как-то вот так, да, сделать? О, да, ага. Которые, на самом деле, они очень близки друг к другу, хотя формулируются по-разному, да? Первая задача такая. Она с таким очень условием, как бы я бы сказал, таким мажорным условием, а именно каждый месяц ваша зарплата что делает? Нет. Убывает, падает на 1%. Вот так. Ну, можешь такое представить. В этом, на самом деле, очень большой оптимизм. Она очень медленно падает. Вот. И вот прошло 100 месяцев. Не 100 лет, а 100 месяцев. Да? То есть где-то между, получается, 8 и 9 годами. Да? Вот. А сколько вы, значит, процентов, ну, вообще, сколько вы получаете? Ну, понятно, процентов исходного. То есть, ну, вот, допустим, была она, ну, не знаю, что-нибудь такое напишем, что вам написать. Ну, давайте 100 тысяч, нормально в начале была? 100 тысяч зарплата в месяц. Ребята не мечтали, да? Ну, и вот вопрос, что будет через 100 тысяч? Вот, ну и такой, как бы, я надеюсь, что из присутствующих нет ни одного человека, кто считает, что через 100 месяцев она будет равна нулю, да? По 1%, да, каждый месяц вычитается, и вот ноль. Надеюсь, что таких нет. Вот, а вот насколько она в результате на самом деле упадет, это такой, значит, вопрос номер один. А вопрос номер два звучит наоборот, по-другому. Значит, он звучит так. У вас есть те же самые 100 тысяч рублей... вот, ну, например, да, на старте, ну, или миллион, давайте, побольше. И вы пришли в банк, я под впечатлением просмотренного фильма «Бременские два», «Новые бременские музыканты», кто смотрел? Не смотрели еще? О, это то, чем вы сегодня вечером займетесь. Все. Это домашнее задание. Там был Бяки-Буки-Банк. Вот такой вот. Вот. И этот Бяки-Буки-Банк вам дает 100% годовых. Представляете, да? Ну, в 90-е такого было очень много, разводилово. Но там обычно как? Ты приносишь денежки, а через год ни 100% годовых нет, ни исходной суммы тоже нет. Так вышло. Но здесь, допустим, предположим, на секунду, да, что вот так вышло, что все в течение какого-то периода все есть. Но можно хитрить. Можно, например, прийти через 6 месяцев, да, и сказать, сколько накопилось. Они скажут, ну, 50% уже накопилось. Ага, дайте мне это 50%, да? И теперь уже это шутка 50% от миллиона, да? Много, да? 500 тысяч. И вот вы берете 1 500 000 рублей и обратно туда, в этот Бяки-Буки-Банк, закладываете еще на полгода. И тогда вместо 2 000 000, которые вы бы имели, если бы спокойно их положили, пришли через год и забрали все, что накопилось, да? Вы получаете сколько уже? 2 200 000. Вот. Ну, серьезное улучшение ситуации. А теперь вы говорите, а можно через месяц вообще забрать? Вот я положил, через месяц я забрал.
Сколько будет? Ну, как будет 1/12, значит, от 100%, то есть 1/12 от исходной суммы вам будет через месяц выдана. И вы ее тут же закладываете обратно, да? Капитализация идет. Через еще месяц опять забрали, опять заложили. Ну и вот так вы проделали 12 раз. И на выходе будет еще какая-то там сумма, явно еще больше, чем это. Вам это понравилось, вы говорите, а можно каждый день приходить? Они говорят, да хоть каждую минуту. Как хотите. С какой вот скоростью можете приходить, забирать и класть? Такое и хотите. Вопрос. Есть ли граница? Есть, подсказывает мне, да? Есть ли граница той, для той суммы, да, верхняя граница для той суммы, которую вы заберете, нет, через год. При вот таком повторном, многократном, сколько угодно кратном. Поднимите руки, честно, те, кто знает ответ на этот вопрос. Отлично, теперь опустите. Поднимите руки те, кто знает ответ на этот вопрос. Наверное, те же самые, да, примерно. Ага. Ну вот, значит, на самом деле это почти один и тот же вопрос. Сейчас я объясню, почему. И заодно мы обе задачи решим. Это такое как бы погружение в высшую математику через абсолютно стандартные жизненные сюжеты и ситуации. Итак, ну с чего начнем? С такого минорного, да, звучания. Мажорное оставим на потом. С минорного начнем. Значит, если у вас, ну, вот так, 1%, да, через месяц это получается сколько будет? 29 тысяч, да? А, то есть вы взяли, как бы, 1/100 ушла, а 99 сотых осталось от вашей первоначальной суммы x. А теперь дальше, через месяц еще у вас 1% уже от этой суммы откололся и ушел. А осталось сколько? 0,99, да? Но, да, вот видите, как получается. Да, то есть у вас каждый раз получается, что вы берете 99% от того, что уже было, то есть умножаете. Да, то есть нужно возвести 0,99 в сотую степень. Ну, конечно, можно взять калькулятор или компьютер и тупо возвести, но это не наш путь. Это не наш путь. Мы напишем по-другому. Это 1 - 1/100, правда? В степени 100. Правда? Пока оставим в таком виде и перейдем ко второй задаче. Да, да, сейчас мы ко второй задаче перейдем. Так, а второй задаче происходит следующее. Если я каждый месяц прихожу, то я каждый месяц получаю лишнюю 1/12 от того, что уже было. Согласны? Соответственно, если исходная сумма y, то через 2 месяца я получу вот так. 1 + 1/12 от того, что уже было. То есть 1 + 1/12 y, да? А если я приду через 3 месяца, будет 1 + 1/12 от... 1 + 1/12 от 1 + 1/12 y. То есть опять речь идет о возведении в степени. И так как у меня ровно 12 месяцев, то получается 1 + 1/12 в 12 степени умножить на исходную сумму, на наш миллион. А если я приду каждый день, то что здесь изменится? 1 + 1 = 365. Точно! 1 + 1 = 300, если это не високосный, в 365 от исходной суммы. Вот во столько раз это все вырастет. А если каждую минуту, ну уж там, соответственно, подставьте что-нибудь. Я, кажется, зря не взял рубашечки. На улице теплее. Я оставил рубашку в кабинете. Ну ладно, я постараюсь не замерзнуть совсем. Если что, я в какой-то момент прервусь и сбегаю за ней, оставив вас подумать над какой-нибудь задачей. Так, значит, смотрите. Интуитивно
кажется, что интуитивно кажется, что тут предел есть, правда? Ну так вот интуиция подсказывает, что нельзя каждую секунду, заходя там 1 плюс 1 миллионная в миллионной. Вот эти вот числа, они будут все больше похожи друг на друга. Они будут все ближе друг к другу. Это число будет по сравнению с этим чуть-чуть больше. Если подставлю миллиард и буду вообще каждую там долю секунды, оно будет еще чуть-чуть больше. Но если вот там провести строгие математические рассуждения, либо пофантазировать на калькуляторе, вы увидите, что вот эти числа действительно с ростом вот этого вот показателя, они стабилизируются. Они стремятся к некоторому одному числу. Мы это называем так. Мы это называем предел при n стремится к плюс бесконечности. 1 плюс 1n в n. Это означает, что я сделал. Я взял, поделил весь год на n очень-очень много таких участков и забираю каждый в начале участка снова деньги обратно и снова подаю. И тогда на выходе у меня как раз 1 плюс 1n в n. А вот это вот означает, что я чистоту своих визитов в банк, свою, так сказать, нетерпеливость устремляю к бесконечности. Да? И вот это число существует, этот потолок существует. Это в математическом анализе, про это несколько лекций читают. И называется он, все знают как? Правильно, число Эйлера или Е. Это его первое определение. Это одно из нескольких определений числа Эйлера, числа Е. Вот. Ну и примерно его числовое значение, наверное, все помнят, кто математикой когда-то занимался. 2.7, а дальше нужно дважды выписать год рождения Толстого, да. А потом 45-96. Дальше не помню, я не помню. Ну, в общем, дальше уже слишком, как бы, такая уже точность такая, да, я даже не помню. Вот. Но тут с этим тоже связана веселая история, что последние годы, когда я это рассказываю, некоторые школьники меня спрашивают в хорошем варианте, когда он родился, а в плохом варианте, кто это такой. Вот. Но при этом они могут даже знать, что есть такое число Е. Да? То есть, один мне вообще пафосно сказал, что он именно так и запоминал год рождения Толстого, потому что Е он знал с молоком матери, с детства. Вот. Ну и понятно, что это предел для вашей вот этой суммы. 2 718 281 и что-то там такое. То есть вот ваш предел. Вы выше этого числа, не помноженного на миллион, вы не подпрыгнете. Даже каждую секунду приходя. А при чем тут эта задача? Почему я сказал, что они близки? Давайте я открою вам маленький секрет. Большой секрет для маленькой такой компании. Сейчас будет открытие секрета. Какое классное, это тряпка классная здесь. Вот так раз и все. Значит, простите, пожалуйста, я думал, что она липнет, как магнит. Блин. Да. Да. Так, да? Нет. Ой. А. Ну ладно, вроде нормально. Вот. Так вот, смотрите. Что если 1 плюс 1 сотая в сотой, то есть почти число Е, умножу на 1 минус 1 сотая в сотой. Помните правило действия? Это разность квадратов. То есть это 1 минус 1 десятитысячная в сотой. Но вот здесь я немножко, здесь чуть-чуть я попрошу принять на веру. Чуть-чуть, но можете на калькуляторе посмотреть, что это практически единица. То есть вот это огромное число. Но это, в принципе, и так понятно. Ведь если я еще в сотую возведу, возникнет что-то там близкое, какое-то нормальное число.
А значит, что само это исходное, которое сотое надо взвалить, оно очень близко к единице. То есть, иными словами, вот это вот и вот это почти друг другу взаимно обратные. Вот. И значит, что 1 минус 1 сотая в сотой на самом деле примерно равно 1 разделить на e. И вот вам ответ. От вашей зарплаты останется 1 разделить на 2,7 исходного количества. То есть в районе 40 тысяч, еще пока не сдохли. Да. Вот. Да, так где-то вот, где-то между. Я. Ничего себе! Фантастика. Кто нес? Вы тяжеленный рюкзак. А, он же без компа. Да, комп заряжается. Он полегче немножко. Ну что? Это стартовый сюжет наш. Про число Е в нашей жизни. Давайте теперь перейдем к следующему сюжету, который называется так. Теория шести... Кого? Рукопожатий. Теория шести рукопожатий. Почему шесть? Ну, шести. Значит, я часто довольно езжу по стране в поездах. В самолете обычно, ну, в самолете я тоже очень часто летаю, но в самолете каждый ткнулся там себе, и все. Редко, когда кто-то поболтать хочет. Если только пьяный, веселый такой мужик сядет рядом, тогда да, тогда, значит, он начинает, ну, как там? Как, математик? Да что ты говоришь? А как она, математика там? А вот в поезде едешь там полсуток, например, едешь, но там все равно разговоришься, так или иначе. И люди интересуются, как же все-таки математика? Вот она же мне не нужна, говорит, она же мне не нужна. Я говорю, ну, она, может, тебе не нужна, но она же, если бы ты ее знал, она бы тебе была интересна, ты бы ее в жизни видел. Ну, вот, например, знаешь эту теорию шести рукопожатий, да? Человек говорит, ну, конечно, знаю, все знают теорию шести рукопожатий. Я говорю, а почему шести? Почему не 60? Почему именно шести? Ни 12, ни 60, ни 3. Сейчас мы это увидим. Ну, человек, да, человек говорит, ну рассказывай, рассказывай. И вот тут-то его можно заинтересовать. Вот когда я рассказываю сюжет, человек на выходе очень обычно прям западает, говорит, да. Нет, это прям интересно, да, спасибо, очень интересно. Значит, давайте я расскажу про этот сюжет, это чистая математика абсолютно. Почему именно шести? Значит, смотрите, сколько у вас знакомых... Да, ну давайте я введу в курс дела, если кто не знает. Теория шести рукопожатий – это некоторое утверждение о том, что случайно взятые два человека на Земле... практически всегда, то есть, ну, там, 90% пар случайно взятых, вот так вот, людей на Земле, можно соединить цепочкой из шести ребер вот так личных знакомств. Личных таких хороших проверяемых знакомств. Не то, что один раз увиделся человека, познакомился и забыл, а вот таких, как бы, которые могут быть поданы как, ну, приятельские отношения или даже дружба. Вот, то есть, вот такие прочные знакомства, шесть человек между любыми двумя более-менее или там почти любыми двумя. И вот всегда интересно, да, людям, почему же именно 6? Ну вот давайте поймем это. Давайте рассмотрим вот каждого из вас, любого сидящего здесь, и зададимся вопросом, сколько у него таких прочных личных знакомств? Ну вот дружба или там тесные приятельские отношения, или деловые какие-то отношения в, ну, скажем, ну какие числа приходят в голову? Десятки. 100. Десятки. Давайте я обычно вот такой диапазон даю. Обычно такой. Нормально, да? То есть, ну, как бы, меньше 30 это уже какой-то, как это, я всегда путаю, филантроп и мизантроп. Мизантроп, да? Фил, да, фил, это корень от любить, да. Интроверт, да? Не, ну мизантроп, да, это слишком. Это из другого. Да. Интроверт. Ну, то есть меньше редко. Больше тоже это нужно быть очень активным социальным гражданином. Ну, то есть у типичного человека где-то между этим. Давайте вот это число обозначим, вот это вот, которое мы пока засунули в эти рамки, не специфицируя. Обозначим за, например, M. Да? Тогда это выглядит так, что от любого человека начинает идти
М вот таких вот стрелочек его личным знакомым, которые могут быть стартовыми звеньями цепочки, которая куда-то там ведет. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, узнаем про каждого из вот этих. Дальше, в принципе, тоже идет у каждого примерно М. Тут все с очень большой долей как бы произвола. Понятно, что у этого может быть М, у этого М пополам, у этого там 2М, не знаю, а этот вообще социально активен. Ну, то есть там могут быть, естественно, очень сильные отклонения плюс-минус, но в целом, ну, усредняя, допустим, это М. Ну, еще там, конечно же, меня сейчас поправят, что некоторые цепочки ведут назад. Вот, например, вот такие вот есть треугольники, да? Вася, Петя и Гена любят в пятницу собираться втроем. Да, например, решать задачи и пить кефир, да, где-нибудь в бане. Ну вот, бывает, конечно, но наше понимание ситуации, наша модель состоит в том, что это случается достаточно редко. То есть все-таки чаще всего большинство этих знакомых уже будут выводить за круг. Ну или там, может быть, из каких-то его прям лепших корешей многие стрелки ведут к нему же, к его же друзьям. Но из большинства все-таки ведут дальше. То есть большинство знакомств не прямо вот близкий круг. Хорошо. Итого, сколько у меня стартовых начал цепочек вот таких из двух звеньев? Сколько? Ну, М, но уже в квадрате, да? М на М. Из каждого хвостика выходит еще М. Но дальше-то это начинает ветвиться, это как дерево, у которого ветки, листья, да? То есть у меня, я именно так обычно рассказываю студентам там, или школьникам, когда вот про то, что правило произведения есть, да? Правило произведения. Для любой выбранной возможности есть еще столько-то выборов там, второго предмета. Вот из каждого тоже растет М таких листьев. То есть каждый раз все в М раз. В М раз увеличивается, да? Было М, стало М квадрат. Было М квадрат, уже М в кубе. Вот, значит, следующий шаг — это М в кубе. И это означает, что у меня будет М в кубе различных цепочек, которые состоят из трех звеньев. Так, дальше четырех звеньев, уже М в четвертый, потом М в пятый, М в шестой. И вопрос, что дальше? Правильно. У нас есть естественное ограничение населения Земли. И в какой-то момент оно закончится, вот это население Земли. Соответственно, нам нужно найти ту степень, в которую надо возвести М, чтобы получить население Земли. Строгое определение для этого понятия, кто знает? Логарифм. Логарифм по основанию типичного числа знакомств, число знакомств от населения Земли. Ну и давайте просто поймем, что этот логарифм очень мало меняется в рамках того, что мы пронаблюдали, что число знакомств между 30 и 100, а население Земли, например, между 1 и 10 миллиардов, да, если хотите. То есть возьмем там диапазон последних 60-70 лет, я уж не знаю, сколько там, когда миллиард стал, кто помнит? 1900. Как? Да, 1900. 1900. То есть последних 100 с лишним лет. Возьмем, 10 миллиардов будет там через несколько лет. Вот. Соответственно, у нас, сейчас посмотрим, как меняется. Ну вот, например, возьмем самое маленькое. Вот, допустим, мир людей достаточно такой замкнутый, мало общающихся людей. 30 в квадрате, 30 в кубе. Ну, например, 36 это что? Давайте посмотрим.
Три в шестой, кто помнит наизусть? 729. А дальше 10 в шестой еще нужно домножить. Это 729 миллионов. Да? А 37-й? 21 миллиард. Да. Все. 21 миллиард это уже как бы... Это не скоро. Это означает, что весь промежуток от 1900 по 2100, например, год, 200 лет подряд, типичное число рукопожатий будет медленно ползти от 6 к 7 для мира, в котором знакомство по минимуму нашего диапазона. А по максимуму? 100 в пятой – это что? 10 миллиардов. 10 миллиардов. Совершенно верно. То есть, если бы все офигенно много друг с другом общались, то тогда у нас было бы теория 5 рукопожатий. Так 6, а так 5. Все. На самом минимуме 6 или 7, а на самом максимуме 5. Между 5 и 7. Ну, понятно, вот она, шестерка. Да? То есть шестерка вылезает как некая константа нашего мира на огромном протяжении времени. Но если мы перейдем в онлайн, там 5. Там действительно знакомств больше. И там и это самое, даже в каких-то сетях было 4,62, что-то такое. Но тоже, да, никакие ни 3, ни 25, да, то есть это не предлагать вообще. Вот. Поэтому вот она, теория 6 рукопожатий, строго абсолютно объясняется, просто логарифмами, так сказать, тем, что логарифм очень медленно растет, очень медленно вообще меняющаяся функция. Там, на мехмате, не на мехмате, где в школе, но и на мехмате потом, да. Когда какие-то оценки были через логарифмы, кто-то из лекторов наших, он сказал, говорит, ну, проще всего считать, что логарифм – это такая просто константа. И все. Вот она есть, и она не меняется. Вот, то есть, чтобы ее изменить, нужно совершить какие-то титанические усилия. Вот, и это отражает то, что экспонента жутко быстро растет. Так. Ну что же, мне кажется, нас здесь не так уж много, и поэтому мы можем рассмотреть один из моих любимых сюжетов, который называется «Совпадение дней рождений». Да, итак, значит, сейчас мы будем гадать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Ну, типа 50 с хвостом, короче. 50 человек. Вот, 50 с небольшим. Совпадение... Дни рождения – это когда у двух человек полностью совпадает и число, и месяц. То есть они празднуют день рождения в один и тот же день, но не обязательно год. Кто-то старше, кто-то младше, но празднуют день рождения в один и тот же день. Сейчас будем выяснять и ставить, вот ставки делать. Вот может быть так, что пар совпадающих дней рождения вообще не будет. Может быть одна, может быть две. Ну, вообще говоря, априори тут очень много значений. Поднимите руки, я только буду писать примерное количество. То есть это не то, что кто-то там будет угадывать, какой-то прям конкурс. Но тем не менее, то есть без призов. Но тем не менее, поднимите руки, кто поставит на то, что совпадений в этой аудитории нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, около 10 человек, короче. Около 10 человек. Так, кто ставит на одно совпадение? Так, очень много, очень. Почти половина присутствующих. Ну, давайте условно напишем где-то около 17. Так, кто ставит на два совпадения, две пары? Ага, тоже немало. Тоже столько же примерно, может. Тут 15-17, конечно, короче, да. Нет, давайте по одному разу ставить. Так,
Кто готов поставить на 3 совпадения? 1, 2, 3. 3 человека. Есть ли кто-то, кто поставит на больше, поднимите руку. Так, еще 3. На сколько ставишь? 8. 50-260. Сколько я забыл судить в году? Посчитай. Ну сколько совпадений? 50-265. Ну это меньше единицы. Ну то есть ты вот здесь. Ты ставишь скорее на 0. А ты? 4. Так, значит, есть одна ставка на 4. И 7-8. Ну ладно, давай. Так как ты ставишь на какое-то безумное количество, то примем 2 варианта от тебя. 7 и 8, да? Сергей, мой помощник, решил играть против всех. Посмотрим. Сейчас поглядим. Как считать тройки? Это 3 человека. 3 – это 3 совпадения по чесноку. А 4? Ну, извини, 6. Но так не будет. 4 совпадения, я готов ставить, что этого не будет, да. Ну, у меня была неприятная история, но я потом вам расскажу. Я проиграл бутылку коньяка, которую превратил в несколько шоколадок. Совпадений не было? Да, там было очень много народу и не было совпадений. А я пришел с видом такого гуру, посмотрел, говорю, о, тут есть совпадающие дни рождения. Говорит, откуда вы знаете? А сейчас проверим. Фигак и нет. Сидят дети, сидят школьники. На школе Русгидро, около Саяно-Шушенской ГЭС, приехал маститый этот, значит, популяризатор какой-то там, приехал профессор, и как гуру говорит, сейчас было совпадение, вдруг их нет. Как потом с ними, понимаете, да, потом нужно как-то их убедить, чтобы они меня слушали. Чтобы они что-то там прислушивались. Ну, я как-то справился, да, ну, в общем, я как типа поспорил даже. Я говорю, когда вырастете, это будет на бутылку коньяка, когда вырастете, а сейчас на шоколадке. И проиграл. Ну, блин. Это просто бывает такое, да, ну бывает, но редко. Ну давайте, я ставить не буду. Я уже один раз так поставил, поэтому... Так, итак, поднимите руку январские. Вас тоже приглашаем. Вы не январские. Так, выше, выше руку, выше январские. Так, число сразу все называют, то есть по очереди. А? 3. 5. 13. Совпадений в январе нет. Так, февральские, поднимаем руку. Так. 23. 8. Совпадений нет. Еще 2 человека. Ой, какое? Февраль. Первое. 14. 14, 23, 8. Так. Март. Это все родители, все остальные. А? 13. 13. 31. Наоборот, да. Апрель. О! Ну что, соберем урожай с апреля, сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну да, я бы сказал, что соберем, наверное. Может, ну-ка. 6. 6? 25. 25. 8. 8. 3. 3. 27. 30. 30. 10. 10. 29. 29. Не собрали. Сколько было? 8 или 9? 9. 9 из 30. Потом отдельно посчитаем вероятность несовпадения. Вот для апреля. Это тоже невероятно мало на самом деле будет. Так, май. Так, поехали. 4. 5. А? 10. 12. 3. 23. 29. Математика сегодня не работает. 3, 4, 5, это нормально. Хорошо идем. Если сейчас у нас не будет совпадений в аудитории с 50+, вероятность от события, я просто хочу проспойлить, она в районе 1000. Но мы еще не дошли. Июнь. Июнь, еще у нас много месяцев впереди. Так, ой, а тут был еще май, какой был? Июнь. А, июнь. Какое? 22. 22. 12. 12. 5. 5. 5. 22. 22. 5. 22. 8. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Какова вероятность? А? Мы у папы тоже 5. Папа, ну папа все-таки нет здесь, да? И последнего я не спросил. Последний, да, март. Тоже, сейчас, еще раз, 5 июня. 5 июня, поднимите руку еще раз. Что?
Алексей, вот это... Вот это просто 5 человек 5 июня. А это считается за... Из 50 плюс человек. Ну, по-моему, 50, по-моему, 55 нас, если точно посчитать. Ну, давайте. Ну, это, в принципе... Сейчас мы посчитаем вероятность вот этого события и вероятность вот этого события. Да, 22-е. Но теперь уже, на самом деле, это полные кранты, потому что, на самом деле, понятно, что если 5 человек в один день, то совпадение это 10. 10 пар, то есть это уже все. Серега разом, да. Ну, еще 22-е совпало. Так, значит, у нас есть вот одно совпадение такое и одно пятикратное. Ну, то есть их там очень-очень много. Это не было совпадения. Да, это нет. Ну, это что-то вообще, да. Июль! Почему пара? Один. Первый, да? 27-го. Все, да? Так. Август. 30-е. 22. 23. 19. 21. Октябрь. 28. Первое. Ноябрь. Так. 11. 11. Около 11. Так. 28. Первое. 26. Так. 11 ноября. Ух ты, какая дата-то, блин. 11-11, ребят. Ну вы даете. Декабрь. 5-е. 16-е. 20-е. 25-е. 18-е. Ты назвал, да, 16? 13-е. Так, ну вот, собрали урожай. У нас, как бы, да, но тут на самом деле очень много. Когда 5 в один день, это даже непонятно, как считать. То есть, ну, десятка, да, если формально десятка, 10 пар, да. Пары, ну, в принципе, задача такая, сколько пар совпадающих. Просто обычно даже троек не бывает. Появление тройки с вероятностью больше 50%, по моим каким-то скромным подсчетам, довольно грубым, было начиная с 80 человек. Вот появление тройки с вероятностью больше, чем 50%, примерно начиная с 80. А здесь пятерка. А близнецов нет у них? Ну нет, не видно, не похоже. Нет, на самом деле, что-то это вот... но вероятность пятикратного совпадения... Да... Вот как бы это сейчас нам оценить, да? Как вот это оценить? Фиксируем, считаем. Значит, правильно оценить, да? То есть 4 человека попали в ту же дату. Сейчас не самая простая задача, да, получается? Вероятность пятикратного совпадения. Да, это на самом деле не самая простая задача. Это если какую-нибудь оценку сделать. Какую-нибудь оценку. Да. Оценку сделать, но она, наверное, будет неправильной, если я возьму c из 55 по 5, да, это сколько всего пятерок, да, и для каждой пятерки это будет неправильно, но это будет какой-то оценкой, да, какой-то. По дням считать, для 1 января посчитать, для 1 февраля. Это как бы независимо считать. Паша, 2 пятерки очень маловероятно. Так, сейчас, то есть, подожди, ты хочешь сказать, ну вот 1 января, да, вероятность, там, вероятность того, что нет пятерок 1 января. Нет пятерок 2 января. Нет, а как ты будешь считать, что нет пятерок? Уже непонятно. Задача, скорее всего, оказалась довольно сложной. Давайте, да, давайте так, я думаю, что сразу я вот эту задачу не решу. Если кто-то к концу занятия будет понимать, что он, в общем, ее... чуть-чуть как бы либо решил, либо хотя бы прикинул, да, что-то разумное, то скажите,
Ну, я могу сказать, что это будет очень, очень маленькая вероятность. Она прям, ну, настолько маленькая, что мой прогноз, что это там порядка 1 миллионной на самом деле. Ну, ну, ну может быть, там 10... Ну, 1,365. Нет, потому что все-таки 1,365 в пятой, тогда уж как бы, ну вот, если сидят просто 5 человек, то вероятность, что у них всех в один день равна 1,365 в четвертой степени. Потому что один когда-то там родился, а остальные должны попасть в него же. А здесь все-таки 50... Нет, я, наверное, вру. Не 1 миллионная, конечно, но, наверное, порядка 1 тысячной, что-нибудь в этом духе. Вот, вот что-нибудь такое, да. Не миллионная. У нас же была супер история на канале. Кто ее видел? Сидим мы на канале. Значит, я сижу, ты видел, да? У Саши Золотухина, он же Эбонит, знаете, такой есть. Вот. Сейчас они, у них один проект стабильный, репетитор называется. Значит, сижу, и мы, я позвал в гости вата-админа. Вата-админ приехал к нам, на, значит, туда. Вот, у меня раньше студия была, как бы не у меня, а у Эбонита была студия. Он меня звал по утрам просто так, ну, как бы, там работать, в избавил, а потом он переехал. И вот мы, я говорю, можно у тебя провести? Да, конечно, говорит, а можно с вами вместе? Я говорю, да, отлично, конечно, вот сейчас проведем разговор там на троих. Провели, и в какой-то момент этого разговора я стал рассказывать что-то про дни рождения, вот. Говорю, ну, совпадение, вообще дни рождения такая штука, вот я мало знаю народа, кто со мной в один день родился, 13 декабря, они оба подскакивают и говорят, так я тоже 13 декабря. 3 человека в одной студии родились 13 декабря. Вот так. Ну, 1/100. Вот, но здесь у нас все-таки 5 как бы много, но вот я что хотел сделать, я хотел грубо написать вот так, сколько 5 делить на 365 четвертой. Ну, вот так, совсем грубо. Ну, наверное, это неправильно, но сколько это получится? Это соответственно, ну, там, есть, это 50 там, в пятой делить на 365 четвертой, ну, меньше, тут 5 факториал еще, да? 50 четвертый, короче, делить на 365 четвертой. Ну, короче, совсем грубо, 1 на 7 четвертой. Вот так, совсем-совсем грубо. Ну, 1/2500. Ну, это вот так вот, это прямо сверхгрубо. Вот сверхгрубо вот так. Ну, я думаю, что уточнения будут по порядку величины, они сильно порядок не должны изменить. Может быть, 1 тысячная получится. Теперь этот, вот это интереснее. Итак, вот приглашаем 1 апрельского. Он родился в какую-то дату. Ну, в какую-то ты точно родился. Какая вероятность, что следующий родился в другую дату? Другую? Да. 29/30, правда? То бишь 1 - 1/30. Так. А то, что следующий приглашенный родился еще в какую-то третью дату? Ни ту, ни другую. 28. Да. Согласны, да? То есть нам нужно не попасть ни в одну, ни в другую дату. И взять эту долю от тех уже, которые произошли. Хорошо. Следующий 27/30. Я не очень быстро. Всем понятно, что происходит. То есть я беру все случаи, все возможные случаи, когда у второго не совпало с первым. Из всех случаев это 29/30 от всех случаев. От этих случаев еще 28/30, что у третьего не совпало с первыми двумя. Поэтому мне нужно 28/30 взять от 29/30. То есть умножить их друг на друга. Дальше следующего приглашаю будет 27/30. Ну и вот как бы эта штука будет продолжаться до... нужно, чтобы здесь было 8 раз. 23 и 22. И все 30-х. Ну-ка. Как бы это так, нам быстренько. Ну, если как бы мы берем, значит, между этим и этим, да. Но на самом деле будет вниз проседать, по-моему. То есть надо взять... 25/30, 1 - 1/6, да? 1 - 1/6 возведем в 8-ю степень. Ну, не так уж мало, да? Не так уж мало. 1 - 1/6 в 6-й, это 1 делить на e. Вот, и еще умножить на 5 квадрат, на 6 квадрат, то есть на 25, там, 36-х. Ну, на самом деле 1/4. Вот так, грубо, если прикидывать, это 1/4. То есть ничего такого безумного мы не словили. Словили там где-то 1/4.
А вот теперь перейдем к главной задаче. Допустим, у нас n человек, и мы хотим определить, с какой вероятностью будет хотя бы одно совпадение. И это то же самое, что определить, с какой вероятностью не будет ни одного, и потом, значит, взять дополняющую единицу. Значит, как мы это делаем? Ну, соответственно, ровно так же, только здесь идет уже 1 минус 1, 365, если мы забываем про високосные года. Я знаю двух людей, родившихся 29 февраля всего лишь. У них, известные? Ну, один это просто Дима Звонкин, автор книги «Малыши и математика». Вот, другой неизвестный. Празднование происходит раз в 4 года. Такое вот прям... Прям вот по-настоящему, да? А остальные года празднуется момент такой там вот, засекает, говорит, ну вот как раз прошло 365 дней и 6 часов. Празднуем, да? Потом следующий раз прошло 35 дней и 12 часов, да? Празднуем там, ночью празднуем, вечером, ночью, утром и снова в нужный момент. Вот, зацикливает. Ну, это такие, это не до день рождения называется, не до день рождения. А вот есть прям настоящий день рождения, но их очень мало, они каждые 4 года только. Но зато это такой уже, такой, что прям юбилей всем, юбилеем, юбилей. У меня, кстати, в этом году будет юбилей. На этот юбилей я приглашаю всех поголовно, я это уже на канале объявил. Он будет в городе Майкоп проходить, совмещенный с научным мероприятием, которое я собираю, называется «Экономикон Адыгейского госуниверситета». «Экономикон АГУ». Вот. С 12 по 17 декабря этого года будет, соответственно, вместе с 50-летием. Требуется только одно – приехать в Майкоп, там где-то поселиться. Но я думаю, что желающие попасть ко мне на день рождения не займут все жилые фонды Майкопа. Вряд ли будет больше 50 человек, честно говоря. Хотя зовется вся планета Земля. Ну, самые крепкие и стойкие доедут, потому что сейчас туда даже самолеты-то не летают, потому что это довольно близко к боевым действиям. То есть нужно ехать либо поездом полностью, либо лететь 4 часа до Минвод или там 30 с лишним, и потом ехать тоже 4 часа, либо до Сочи и на электричке. Ну, в общем, тем не менее, зато те, кто уже доедут, там будет очень классно, будет очень, во-первых, научное интересное мероприятие, и во-вторых, будет там какой-нибудь... Наверное, концерт какой-то будет по этому случаю, может, какие-нибудь музыканты приедут, мои друзья. Вот, в общем, и выезд в горы будет. Так, вот. Так вот, 1 минус 1, 365, 1 минус 2, 365, 1 минус 3, 365, уже по понятным причинам, да? По тем же самым, как здесь. Каждый раз надо не попасть во все предыдущие даты. И домножить эту величину вероятности непопадания в предыдущие даты на ту, которая уже случилась, да? И она вот таким прогрессирующим темпом начинает убывать. Прогрессирующим темпом. Ну и доходит до n-1, 365. Вот давайте пока считать, что n довольно маленькая величина. Потом сделаем, ну, сделаем оговорку, как считать, если она стала большой уже. Значит, смотрите. Давайте раскрывать скобки. Как раскрываются скобки? Ну, во-первых, у меня есть единица, правда? Это я. Как вообще раскрыть скобки? Вот если привлечь большое воображение применения вот этого закона распределительного много-много раз подряд. Что происходит? Во-первых, я могу взять отовсюду единицу. Во-вторых, я могу взять откуда-то вот это, а отовсюду в остальных местах единицу, да? Потом я могу взять из каких-то двух мест не единицу, а из остальных единицу, да? Посмотреть, там каждый раз там знак был плюс с единицей, минус, если я взял одну не единицу и остальные единицы. Плюс опять, если я взял из двух мест не единицу. Минус, если я из трех мест взял не единицу и так далее. Я должен перечислять каждый раз все возможности. То есть такая вот, как экспресс-раскрытие скобок. Экспресс-раскрытие скобок – это сумма 2 в степени n-1 слагаемых, каждый из которых связан взятием из каждой скобки одного из двух слагаемых в ней. Да? То есть либо единицы, либо не единицы. Но дело в том, что большая часть этих слагаемых, кто закончит за мной фразу? Почти что равны. Чему? Единице. Ой, нулю.
Нулю. Пренебрежимо мала. А именно, допустим, мы взяли два слагаемых, не единицу, остальные единицы. Ну вот скажем, 3/365 умножается на 17/365. Остальные взяли единицы. 365 в квадрате – это 100 тысяч, даже больше. Поэтому какая-то величина, что-то там более-менее в пределах 100 в большей части вариантов, ну, кроме самого конца, делится на 100 тысяч. Ну и все они даже, все, пока n не очень велико, они все даже в сумме, они где-то в пределах 1000, и мы делим там на 100 тысяч. Вот в сумме там, в пределах 1000 или может быть чуть-чуть больше. Ну, в общем, поправка в районе там n до 20, а поправка получается типа там 2 сотых. Ну и теперь остается спросить, а что же тогда остается, если мы запрещаем те, в которых... 2 или больше. Но если больше, то вообще 0 просто, да, там 365 в кубе, это уже все, убийца. Вот. Значит, что остается? Диктуйте. 1. Ну-ка, что дальше? -1. Да, минус 1, 365. Это я взял отсюда, а остальные единицы. Дальше. Минус 2, 365. Да. Минус 3, 365. Видите, да? У меня волшебным образом произведение превратилось в сумму. Это одна из формул сокращенного вычисления приблизительного. 1 плюс эпсилон 1 на 1 плюс эпсилон 2. Это у физиков хорошо известно. 1 плюс эпсилон к. Это 1 плюс эпсилон 1 плюс эпсилон 2 плюс так далее плюс эпсилон к при очень малых значениях добавок. То есть добавки, да, вот это... Вот эти вот точно, когда что-то примерно равно единице, и мы перемножаем такие числа, мы берем единицу и просто прибавляем вот эти вот остатки. Это вот способ быстрого вычисления, который очень полезен, чтобы быстро что-то оценить на глаз. Ну, а тут уже идет известная нам штука, да, сумма этого арифметической прогрессии, правда? Вот. То есть это n на n минус 1 пополам. Вот, то есть написано вот такое вот, 1 минус n на n минус 1 делить на 2 жды 365. Это примерное значение вот такой вероятности. То есть, ну, если еще проще, то 1 минус n квадрат делить на 700, там это, 730, да? Правильно? Ничего не налажал? Все так, да? Приблизительно вот такое выражение. Ну и вот я хочу, чтобы оно было... Нет, что-то я где-то налажал. Я где-то налажал, да? А? И, ну да, но это n, бог с ним. А, нет, я нигде не налажал. Я сейчас объясню, почему. Значит, это было, должно быть примерно равно 1/2. Вот я хочу найти... то самое количество народу, чтобы вероятность несовпадений ни у каких двух людей, ни рождений, оказалась примерно равна 1/2. То есть, типа, совпадет либо не совпадет, да. Равновероятно. Да, равновероятно. И тогда мне нужно просто прикинуть, при каком n на самом деле вот это выражение равно 1/2, правда? И вот получается, что n квадрат на 730 примерно равно 1/2. И тут действительно получается, что n квадрат... примерно равно половине этого, 300, там, ну, 365, ну, короче, ясно, что это n равно 19 просто. Ну, а так как n, значит, ну, то есть, да, правильно, n равно 19. То есть при 19, человеках пополам, но вот на самом деле при 19 вот этот второй член, который состоит из сумм положительных с плюсом произведений 2/3 делить на 365 квадрат, там, там, оказывается, что уже влияет довольно сильно. И поэтому точное вычисление на калькуляторе дает n равно 22 и 23. Между 22 и 23. То есть, когда мы точно измерим, просто вот без всяких этих оценок, да,
мы берем и просто умножаем эти числа друг на друга. 364, 365, 363, 365 и так далее. И в какой момент засекаем, в какой момент она перевалила вниз через 1 вторую, то как раз получается между 22 и 23. Иными словами, если я взял 1000 футбольных матчей, и посмотрел, в каком в количестве из них будет совпадение день рождения у игроков на поле, то чуть-чуть меньше половины. Но если я судью тоже считал, то чуть-чуть больше половины. То есть без судьи будет меньше половины, а с судьей немножко больше половины. Вот, судья поменяет всю ситуацию. Вот, ну вот такая очень классная задачка. Обычно, обычно почти все говорят, да, что будет мало совпадений, хотя их на самом деле всегда бывает довольно много. То есть из 50 уже вот, ну, типичная, Сергей прав был, 7-8 типичная, конечно, то, что у нас здесь произошло, это что-то астрономического характера. Как считать примерно? А, придумал, да? Коротко будет. Ну, если это не очень сложно, скажи коротко, что... Считать только все комбинации, когда совпадает только пятерка и только на один день в году. Считаем общее число таких ситуаций. Да. И делим на общее число всех кроссалов в дне рождения. Общее число кроссалов — это 365 в 55 степени. И делим на общее число комбинаций — это чистая пятерка. Ни шестерок нет, ни двух пятерок нет. И там получается, да, как-то быстро? От 5 до 6 тысяч. Она, ну... Все, понял. То есть вот моя совсем грубая была 1 делить на 2,5 тысячи, а более точно 1 на 5 тысяч. 5-6 тысяч. Там, ну, не, неплохо мы, да, попали в 1 делить на 5-6 тысяч. Поздравляю, очень такой результат, на самом деле, невероятный. Ну, конечно, никогда у меня такого не было еще. Такого, да. Я могу написать, что в расчет. Так, ну что, давайте я сейчас вам расскажу про... ситуацию, тоже как бы я, этот сюжет он не прошел в Гиперионе. Я люблю, когда, если рядом лекции, да, по одной и той же теме, чтобы они почти не пересекались, по минимуму. Поэтому сегодня я те, в основном те, которых в Гиперионе не было. Вот, и вот я сейчас расскажу вам последний сюжет, но потом мы еще можем вопросы-ответы там пообщаться. Значит, последний сюжет будет такой, двойная ошибка, ну, кого бы вы думали? Ну, конечно, меня. На Хамардабане. Ну, на Байкале. Двойная ошибка Саватеева на Байкале в 2022 году. Вот так называется сюжет. Сюжет абсолютно из жизни. Прямо из моей. А именно, стоим мы на берегу озера Байкал. У нас там, у меня жена из тех краев, там у нас дача на Байкале. Мы стоим на Байкале в поселке Большие Коты. Может быть, кто-то даже слышал, там биостанция есть байкальская. Если брать Байкал вот так, да, это здесь Иркутск, в который прилетают. Вот здесь Листвянка, куда ездит машина 70 километров. И здесь еще 20 километров, тут уже горы. Тут проехать нельзя, можно на катере. И вот как раз вот здесь Большие Коты, вот здесь дача. И... А через Байкал от нас горная цепь, которая называется Хамардабан. И в хорошую погоду она видна. В 2022 хорошая погода была, к сожалению, большой редкостью. Снова все было в тумане, я все ждал, когда же появится Хамардабан. И вот он появился. Он появился, все расчистилось, и вдалеке я вижу горную цепь. Мы стоим с женой на берегу, я говорю, смотри, жена, сейчас я... измерю до него расстояние по методу Саватеева. Смотри! Вот, например, вот я измеряю расстояние до камеры, которая сейчас на меня смотрит. Вот я сейчас беру, вот так вот. Когда в моем пальце, вот в ногте ровно, умещается объектив камеры, то до него в 50 раз дальше, чем его размер, который умещается. Теория пропорций, да? Просто теория пропорций. Вот у меня... 1 сантиметр ноготь и 50 сантиметров длина руки. Значит, соответственно, если я вижу объект размера L, то до него 50 L. Все понятно, все очевидно. Вот я, соответственно,
И вот если я вот так вот подхожу, да, ну я сейчас я вижу, что 4 метра до него, поэтому он примерно 8 сантиметров в диаметре. Вот. Это, то есть я в обратную сторону решаю задачу. Но если бы я знал точно его, то я бы, ну, его размер из какого-то паспорта, то я бы, соответственно, смог оценить. Понятно, что это все примерно. Ну, плюс-минус 10%, не больше на самом деле. То есть это мне очень сильно помогает. Раньше мы жили в Иркутске, у нас был любимый маршрут. Назывался переезд Слюдянка на лыжах. Приезжаешь на самую высокую точку хребта Прибайкальского в этом месте, 860 метров. А Байкал на высоте 460. Ну и, короче, значит, там 400 метров все время вниз, 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 вниз на лыжах. А потом через Байкал до Слюдянки. И нужно узнать, успеешь ли ты на электричку. Там далеко-далеко этот поселок. И на глаз вот ничего не поймешь, то ли 2 километра, то ли 7. Вот реально, если человека поставить, который никогда этого не видел, ошибки бывают 10 раз. Вот правда. Но в Слюдянке на берегу стоит 120-метровая труба. И все это знают. Поэтому раз, говорю, так, она у меня в ногте уместилась целиком и полностью, и ровно. Так, говорю, 6 километров осталось. Ну, понятно, 120 на 50. Ну, а до электрички 55 минут. Ну, резвенько. Резвенько, да. Шансы есть. Там еще по берегу немножко пробежать и билет взять. Ну, в общем, шанс есть. А если 40 минут осталось, то это уже для мастеров. Я так не езжу. А без билета? Ну, можно без билета. Ну, в общем, да. Вот. И вот так вот ты можешь понять, насколько тебе ускоряться. То есть вполне такое знание. Ну, и вот я стою перед этим хребтом. Классно, говорю, смотри, до него. Я говорю, он по карте, сколько он? Сколько хребет Хамар-Дабан? Ну, кто там бывал, знает, 2 километра высота. 2 с небольшим, но там с небольшим это горки, а вот общий фон, вот этот хребтовый, это 2 километра. Ну, раз говорю, 100 километров, он у меня идеально в ногте уместился. И тут я осекся, и жена тоже говорит, что-то ты не то там посчитал. Да, говорю, блин. Так. Одну ошибку понял, потом сижу, торможу и через это время понимаю вторую ошибку. Пересчитываю. Просто идеально совпадает с тем, что есть. Первая ошибка. Хором. Земля круглая, как бы, да. Так. Соответственно. Отлично. Дальше 80 километров. Вот я стою здесь, и вот я смотрю вдаль. И вот здесь, я извиняюсь, Хамар-Дабан. Вот это все я не вижу. Я не вижу, вот под, там вот, через Байкал, находятся разные поселки. Мысовая, Танхой и другие. Они не видны, у нас ночью совершенно темно. Виден только некая лампа в Танхое, которая там на какой-то башне стоит. Потому что они все под водой, они, ну, как бы под линией горизонта, их не видно. Вот, то есть видно только то, что над линией горизонта. Ну, вот здесь у меня Хамар-Дабан, вот он, значит... Так стоит, да, и я, понятно, вижу только вот эту верхнюю часть. Ну, тут условно можно просто вот так вот. На самом деле, изгиб здесь еще не очень велик, чтобы учитывать еще и вот этот угол. Вот, то есть у меня замеренно-то не то. У меня вот эта вот часть горы замеренная, она, давайте ее там обозначим, например, за x. Тогда 50x... Это не 50 на 2 километра, а 50 на ту часть, которую я еще должен посчитать какую, правда? Еще, да, видимую часть, на видимую часть. А есть еще невидимая, ну, а невидимая часть, она, видите как, чем дальше, тем она больше. Ближе она меньше, дальше больше. Мне требуется еще одно уравнение, у меня 2 переменных. Два переменных, и x плюс y равно чему? Высота 2, да? И мне нужно второе уравнение. Но на самом деле, если я сейчас напишу второе уравнение и решу, я все еще получу сильно не тот ответ. Где вторая ошибка? Подсказка. Я на самом деле ее уже назвал и потом осекся. Правильно. Я уже сдал ее, я сказал про лыжный маршрут, да, я сдал эту ошибку вторую. Я еще забыл про то, что Байкал, грубо говоря, на высоте 500 метров. Ну так, это уже небольшое будет отклонение. То есть, на самом деле, первое уравнение вот такое. Это все над уровнем Байкала,
полтора, над морем два. На карте это над уровнем моря. А Байкал это 456, ну то есть, грубо говоря, 500. А вот второе уравнение мы сейчас с вами напишем и потом их решим. Итак, мне нужно понять, как связано вот это вот расстояние, да, грубо говоря, видимость вот с этой высоты, с высоты y, видимость вдаль до горизонта, да, вот, как посчитать, то есть как через y выразить эту видимость. И потом подставить, что она равна 50x, а x плюс y равно 1,5. Вот давайте это попробуем понять. Значит, из каких соображений мы будем это понимать? С параметров Земли. Правильно. А, касательное. Что касательное? Кто знает, что касательное? Давай, не говори, да. А, да, угол 90 градусов. С чем? С радиусом. Правильно. С радиусом. Значит, если я проведу туда, в центр Земли, радиус мыслимый, то тогда вот этот вот угол равен 90 градусов, он прямой. Чем запахло? Теорем Пифагора запахло, правильно? Давайте отсюда тоже опустим вниз дальше туда. Куда придем? Тоже в центр Земли. Итого получается очень сильно вытянутый, но прямоугольный треугольник, у которого, это мы знаем, 6400, ну приблизительно. 6,37, да, ну, короче, 6,400 нормально. Ну, 6,400, нет, это как бы, это же великий троллинг. Господь Бог создал землю так, чтобы квадратный корень извлекался. Еще метр придумал. Да-да-да. Вот. Так, а здесь у нас что? Это гипотенуза, да? Река Советского Союза. Знаете, да, такое есть, это самое, стихотворение про 5 или 6 аж двоек в один день. Там было, что я сказал гипотенуза, река Советского Союза. Еще там было, получилось в ответе, два землекопа и две трети. Гипотенуза равна радиусу Земли плюс y. Видите как? А вот это мы не знаем. Давайте за L обозначим. Итого, по теореме Пифагора мы имеем сумма квадратов катетов, да, вот это катет, это тоже катет. А это не катет. Это вообще не катет. Это гипотенуза. И она вообще не катет. В квадрате, да? Квадрат суммы. R квадрат. 2RY. Y квадрат. А Y это что? Y – это высота, с которой мы смотрим, скрытая часть. Это скрытая часть горы. Но теперь, значит, я, во-первых, удаляю монстра, да, отсюда. Но дальше я делаю еще страшную вещь, которую на математике делать совершенно нельзя. На физике можно. Что я делаю? Мелочь убираете. Убираю отсюда мелочь. Дело в том, что Y квадрат – это y, умноженный на y, правда? Капитан очевидность говорит. А 2ry, это, извините, y умножить на 2r, то есть на диаметр Земли. Несопоставимые величины. Несопоставимые. Они отличаются в несколько десятков тысяч или даже в миллион раз. Короче, этого можно считать, что нет, и получается очень хорошая формула. L квадрат равно 2RY. Она связывает видимость с высоты Y вдаль, если Y измерить в километрах. Итого, L равно корень из этого. Корень из R извлекается как 80 километров. И остается корень из 2Y. Очень удобная формула для вычисления видимости со Останкинской телебашни. Почему? Потому что она 80 километров. Да, потому что она 500 метров. Из нее видно ровно на 80 километров, потому что дважды 500 метров – это ровно 1 километр. Из единицы корень не надо извлекать. Поэтому видимость со Останкинской телебашни – 80. Но не с места, куда вас пускают. С места, куда вас не пускают, видно на километр. С антенны установлены, чтобы покрывать 80. О, вот так. Вот так вот. А с самолета
Вот, допустим, завтра, не допустим, я надеюсь, что так и будет, завтра я полечу в набережные Челны, аэропорт Нижнекамск. Внимание, наш самолет набрал крейсерскую высоту 10 километров, или 11 километров, или 12 иногда, но редко. 10 километров. И я смотрю вдаль. Насколько я вижу с 10 километров? Подставляем. Корень из 20. Это между четверкой и пятеркой. Причем практически посередине, да. С очень большой точностью 4,5. Умножаем на 80. 360 километров. Радиус. 360, вы представляете? То есть вокруг, во все, ну, огромная территория самолета вы видите очень-очень далеко. Теперь понятно, почему они не летают ни в Краснодар, ни в Ростов. Потому что они видны с линии фронта. Очень простой ответ. С МКС какая видимость? С МКС. Какая высота у МКС? 400 будет. 400 километров. Здесь уже Y квадрат начинает немножко поднимать голову, да. Но если мы будем считать, что он еще не очень сильно поднимает голову, то 800, корень из 800, это чуть меньше 30, 25, да. Но если с учетом Y квадрата, как раз будет 30, допустим, да? 2400. Прям можно обозревать. Да. Облака мешают. Да, еще на самом деле, тут еще один момент возникает. Знаете какой? Почему это все-таки не совсем правильный ответ? Уже искривление очень сильное, и вот это напрямую... А по поверхности еще больше, на самом деле. Еще, ну, нет, до какого-то момента это все действительно играет. Да, ну действительно нет, 2500, да, это я слышал такое. Радиус еще большой, все равно, да, огромный, да. Это уже близко, да? Но уже близко, но еще пока все-таки там плюс-минус 100 километров, можно сказать. То есть с МКС видно на 2-2500 километров во все стороны. То есть с МКС видно как Иркутск, так и Москву одновременно. А с Луны? С Луны. Самолета между Питером и Москвой видно Питер и Москву. Если он повернется так, как вам надо. Я как-то один раз я летел, когда он развернулся. И в Балагом как раз я видел Москву далеко. Но Питер не был виден, потому что в сторону Питера были грозовые тучи, из-за которых он и развернулся так. Он стал облетать их стороной. А вот Каспийское Черное море я видел лично своими собственными глазами 9 января 2011 года в первый рейс прямой из Тбилиси в Москву. После конфликта был первый прямой рейс. И я... Меня хотели приковать ремнями, потому что была жуткая турбулентность, кошмарная над Кавказским хребтом. Просто, то есть его трясло как щепку. Казалось, что он реально сейчас просто развалится. Но самолет, на самом деле, у него очень большая, вот, степень прочности очень большая. Вот. Но и было видно вот туда черное, туда Каспийское. Полный восторг. С Эвереста, ну, чуть меньше, чем с самолета. 320-330. С Эвереста, не знаю, с Эльбруса видно Черное море. Но Каспийское, вот там байки ходят, что с Эльбруса видно оба моря. К сожалению, географию эти байки опровергают. То есть, ну, это есть там поверье, там, что люди, горцы живут до 150 лет. Но доказательно вроде как это не, пока этого нету. Также про Эверест. Может быть, там происходят какие-то искривления видимости. Миражи. Да, миражи. Но по нашим вот... Наука не может это подтвердить. Я буду скромен. Я не люблю там утверждать, что наука что-то там доказала строго. Да? Наука не подтверждает великую кавказскую такую, как бы, вот, мифологию, что с Эльбруса видны оба моря. Вот, вроде бы не должны быть. Но черное видно прекрасно. Правда, сам не стоял, говорят. Да. Я стоял, и я, честно говоря, не видел. Мне зрение плохое. Ну что, Черное море же там как бы, там 130-140 до него, очень плохо уже разглядишь. Я вот когда в Дагестане, там еще могут соседние хребты, там надо куда-то заглядывать. Я в Дагестане был в точке стыка Дагестан-Чечня-Грузия, там вот высота 4 с лишним, а я был в деревне на высоте 2000,
Значит, Тлондода называется, там такая школа наследия, очень интересный проект. Вот, и, значит, я стал с ними обсуждать вот этот вопрос со школьниками. И говорю, у вас физкультура вот туда на горку? Да, 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 конечно, мы заходим обязательно на горку эту, 2500. Я говорю, а Махачкалу видно или нет? И они начали очень яростно спорить друг с другом. Они говорят, видно, говорит, видно? Да ничего там не видно, какая там не может быть. Я говорю, давайте посчитаем. Посчитали. 170 видимость, 150 до Махачкалы. Гипотетически, да. То есть, в принципе, в дымке как бы видно, но над ней всегда дымка, над ней дым. Прозрачность, да. Трудно уже углядеть. Трудно. То есть, понятно, почему был спор. Кому-то казалось скорее, что видит, кому-то скорее, что не видит. Вот. Ну, а у нас тут осталось прибавить, что? Прибавить вот это уравнение, которое говорит, что 50х равно 80 корней из 2у. Или что 5х равно 8 корней из 2у, или что 25х квадрат равно 128у, да? Теперь на 128 умножим вот это, получим 128х плюс 128у равно 1,5 раза по 128, то есть 192. Так, подставим вместо 128у 25х квадрат, получим прекрасное квадратное уравнение. Ну и сейчас я, вот смотрите, еще одно действие. Вот было 128, а будет 130. Ну, потому что изменения будут ясно незначительные, да? Чтобы не вспоминать формулу решения квадратного уравнения, все, конечно, ее и так помнят, но давайте, чтобы не вспоминать, заодно заново вывести. Смотрите, 25х плюс 130, 25х квадрат плюс 130х, это что такое? Это 5х плюс 13, да? Вот квадрат, если вы возводите. На ЕГЭ очень часто приходится вот так угадывать. Вот такие вещи. 25х квадрат плюс как раз 130х, потому что 5 дважды 13, да? Но еще у меня будет здесь 169, который нужно справа прибавить. Что получится в сумме? Кто быстро считает? 300. О, а вот это уже 19 чудо, да, 19 в квадрате. 5х плюс 13. 51. Да ладно. Ну еще здесь же 9. 192 плюс 192 плюс 169. 1, 6, честно, все честно. 361. То есть 19 в квадрате. Но так как 5х плюс 13 никак не может равно минус 19. Вы согласны со мной, да? То значит 5х плюс 13 равно 19. То есть 5х это что? Это 6. А нам нужно 50х. То есть 60 километров. Истинная правда. Прям по карте. 40 Байкал, еще 20 до хребтов. Вот так наука была спасена. Вот так. Ну, на этом, наверное, мы лекционную часть закончим. Расскажу вам веселую историю. Выходим на Байкале, значит, в 2009 я еще тогда употреблял активно спиртное. Выходим на Байкал, в 2008, профессора тоже все в дугу пьяны. Это мероприятие называется в Северобайкальске, там, школа, байкальская школа, там, по оптимизации. Приезжают профессора и отдыхают. А днем в свободное от отдыха время занимаются научными докладами. Вот. Ну и вот выходим из бани все, вышли. И я говорю, коллеги, посмотрите, какая красота. Тучи уходят под воду. Байкал виден далеко, 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 далеко. Тучи уходят под воду. Я говорю, что бы это значило, господа? Или товарищи, или братья? Один говорит, наверное, это мираж. Другой говорит, да нет, 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 это паранормальное явление. Этого не может быть. Это мы слишком много выпили. Третий еще какую-то версию выдвигает. Я говорю, вам не кажется, дорогие друзья, что тучи уходят под Байкал из-за того, что Земля круглая? Они
идиот! Какая там круглая Земля? Ты чё, она же огромная! Она огромная! Ну, как это может влиять, да? Ну, вы же понимаете, да, что именно поэтому они уходят под воду, то, что Земля круглая. 2 километра высота облаков, 2-3 километра, естественно, они через там, сотня с лишним километров, да, они уходят под воду. Байкал виден гораздо дальше, чем 100 километров туда. Вот. Ну, вот так. Друзья, спасибо всем за внимание. Прекрасно, что на самом деле это круто, что нас так много. Давайте еще раз, кто из Москвы приехал, вот покажитесь. Из Москвы приехало человек, допустим, ну, 7-8, да? А остальные, получается, из Подольска, правильно? Как нет? Из Майкопа. Чехов. Еще и с той стороны тоже, да, приехали? Класс! Откуда? Из Чехова. Да вы что? А сколько из Чехова? Покажите. Ну-ка, поднимите руку из Чехова. Это что это? Как это? Вот это да! Ну да, но до Чехова ближе, чем до Москвы, на самом деле. До Чехова ближе. Ну, в общем, все равно получается, что из Подольска человек 30, да? А в Подольске живет 200 тысяч, правильно я понимаю? 300. А, 300. Тогда это прямо среднестатистический город. Среднестатистический город населением N на мою лекцию приводит N делить на 10 тысяч человек. А Москва, Питер? Москва исключение в одну сторону, Питер в другую. Пистика в другую сторону. Питер всегда аншлаг, независимо от того, какой будет размер аудитории, что будет. Будет абсолютный аншлаг всегда. Москва очень мало всегда народу, очень мало. То есть должен быть по этой формуле стадион весь, а приходит человек меньше 100, более-менее всегда. Ну, и, кроме случаев институтских. В институтах все, привет, да. Питер стадион. То есть Питер это, да, в Питере меня в 20 раз больше любят, чем в Москве. Потому что там парад. Я не знаю, я не понимаю, почему. Еще есть города с огромным отклонением. Это такие города, как Екатеринбург. Вот сразу приходит в голову. Екатеринбург тоже более-менее аншлаг гарантирован в любом размере. Хотя там должно быть 100 человек по этой форме, с небольшим, 120-130. Вот, какие еще там супер... Воронеж! Под 200 приходит, хотя там миллиона нету. Ну, миллион, да, более-менее миллион. На Кавказе, в Майкопе, конечно, огромная аномалия, но там дело в том, что там обычно, когда моя лекция, там это, ну, как бы у нас единственный в республике член-корреспондент за всю историю ее существования, это я. Вот, год назад был великий праздник, там глава республики поздравлял, там то такое, вообще накрыли поляну. Ну, то есть это как бы такое событие в республике, первый работающий внутри, у меня просто там лежит трудовая книжка, в Майкопе. Первый член-корреспондент в республике Адыгея. Но при этом член-корреспондентов и академиков адыгского происхождения есть несколько человек, но они в Москве все работают и в Питере. Это не считало. А вот прямо на территории, вот это как бы типа круче. Я говорю, а что круче? Когда адыг, но в другом городе, или когда русский, но у вас? Это русский, но у нас. Вот так вот. Так что в Майкопе это как бы все-таки аномальное явление, но связано с тем, что я там работаю, там всегда, аншлаги всегда. Вот. А так в целом я всегда делю до 10 тысяч, это примерно соответствует. Но, кстати, один вот город исключения, например, Норильск. Норильске живет меньше 200 тысяч человек. И вообще говоря, я бы не ожидал, что на мою открытую лекцию придет там даже 25, тем более, ну, город северный, не очень понятно, ну, там, психология людей непонятна, город, где 10 месяцев зимы, где в июне там начинает вяло таять снег. Ну, то есть, как бы город, я не знаю, как вот, я не знаю, чего ждать, а там был большой полярный фестиваль. Я приехал, я говорю, а можно еще открытую лекцию вечером? Там все, для детей, я говорю, а можно для всех? Можно, говорит, ну, мы не знаем, кто придет. Алексей Владимирович, вы должны смириться, если там никого не будет. Я говорю, да я смирился. Мне просто интересно посмотреть на людей. 60 человек было. Как? Я говорю, как? Откуда вы меня знаете? Ну, из интернета, вы знаете, у нас в Заполярье интернет, между прочим, есть. Вы как-то, может быть, да, удивляетесь. Длинными зимними ночами мы, Алексей Владимирович, вас вообще-то смотрим. Вот, то есть в городе меньше 200 тысяч, пришло 60 человек. Лучше всех следил такой огромный, здоровенный двухметровый мужик вот такого размера. И правильно отвечал, и все помнил. Все уравнения из школы помнил. Геометрия, все помнил этот мужик.
Я к нему подхожу, потом он говорит: спасибо, Алексей Владимирович, как я вот мечтал, чтобы вы к нам когда-нибудь приехали, но я думал, что это невозможно. Я говорю: кем вы работаете? Я белазист. В карьере работаю водителем БелАЗа. Добывающая там промышленность. Я говорю: и вы так любите математику? Да, говорит, я ее со школы люблю, просто обожаю. А учили меня еще по-настоящему. Поэтому я все эти формулы знаю на зубок. Вот так вот. Вот так вот. Милиционеры иногда подходят. Особенно в эти масочные, вот помните, это намордники всем одевали, да? Намордники, вот эта вся медицинская политика, да? Прошу прощения, сейчас я буду много это, гнать телегу. Да, ой, не телегу, что гонят? Баллон. Баллон, правильно. Баллон катит, да. Вот. И я намеренно ходил всегда без маски. И, в общем, меня там время от времени как-то, один раз даже в аэропорту меня оштрафовали на 4000 рублей по-настоящему. Вот, но в целом, да, я, значит, и ко мне подкатывают всегда милиционеры по этому поводу. И вот один раз подкатывает милиционер. Ну, я обычно как, если успел надеть маску, значит, проблем не будет. В карман полез. И вот я уже лезу, но он уже вот здесь. Говорит: Алексей Владимирович, подождите. Я говорю: что? Говорит: Алексей Владимирович, я хочу сфотографироваться с вами. Не одевайте маску. Да. Я говорю: ну тогда вы тоже снимайте. Пожалуйста, снимай. Значит. И мы с милиционером фатаемся так и сяк в разгар ковида на станции метро. Понимаете? Вот так вот. Русский народ не победить. Задавайте вопросы. Своими коллегами вы хотели отбор абитуриентов по формуле, я не помню, теория чисел, теория игр, по-моему, как-то думали, как отбирать. Это удалось внедрить или нет? Так, эта работа идет. Коллеги внедряют. Есть такая формула, механизм Гейла-Шепли. Сватовствия. А? Сватовствия. Что? Про сватовство это? Да. Создание пар сочетаний. Там как вузы набирать по результатам, да? Вот. И можно действительно вот, по результатам ЕГЭ набирать не так, как сейчас, а гораздо более быстро, вот, и алгоритмически эффективно. Формула Гейла-Шепли. У нас с Филатовым на эту тему книга «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». От А до Я. Вот. И в этой книге рассказано про вот алгоритм этот. И действительно, мои питерские коллеги, они прямо ведут с Министерством образования активную работу. Говорили, что в 23-м, но в 23-м не случилось такой формулы. Может быть, они их добьют, и тогда в 24-м будет. Но не знаю. Если честно, там как-то очень все короче, совещания идут вовсю про это. Они ездят и пытаются адаптировать этот механизм к нашим реалиям. Вообще, вот здесь находятся книги в свободном доступе. Вышеупомянутая экономика, математика для гуманитариев и введение в настоящую математику. А дальше. Вот сюда я всех зову, но, наверное, все и так знают, да? Маткульт, привет! Поднимите руку, кто этот канал знает и подписан на него. Понятно. Отлично, да. Значит, кто не подписан, подписывайтесь. Что еще есть? Да, здесь всякие соцсети, веду их не я. Внимание, мне нельзя писать Telegram, это не я. Это мой аватар, который ведут мои помощники. И он исключительно для целей там, вот, нашей родной школы. Это мы собрали единомышленников, учителей в основном, с целью как-то влиять на школьные реформы, хотя бы как-нибудь на них влиять, или хотя бы доложить о ситуации, которая происходит. Ну, в общем, у нас есть такой портал «Родная школа». Вот. Кстати, к ней тоже приглашаю. Родная школа РФ. Вот, там наша доктрина. Ну, это целая история, это отдельно прям. В интернете есть мои выступления на тему образования. Вот, так. Что еще сказать? Ну, знаете, я, наверное, скажу. Всегда неловко это говорить, но если у кого-то вдруг есть лишние деньги, то у меня есть Boosty. Да, /Саватеев, да? Напрямую есть, ну, в смысле, без посредников, есть тоже где-то номер карточки, где-то есть в интернете, сказал я. Достать тоже быстро. Есть, да?
Когда? На эту карточку нельзя скидывать, это не я. Нет, это я. Это вы, да. И можно, да. Я забыл ее номер, если честно. Но на самом деле, да, Boosty, может, и берет процент, но штука удобная. То есть раз включил, и уже просто раз в месяц там. Там какой-то не безумный процент. Я что-то смотрел, там не так, чтобы... Не грабеж-грабеж. Раньше был Patreon, его арестовали. На Patreon не переводите. Он арестован мировым правительством за то, что я живу в России. Меня наказали. Наш Patreon в количестве 2000 долларов арестован. А деньги где? Висят там. Егор говорит, что он их вытащит. Ну, посмотрим. Может, вытащит, правда. А? Ну да, да, да. Но Егор верит в то, что он сможет их вытащить, может быть, даже там. Ну, короче, да, наверное, вытащит, но пока вот как бы они зависли, там в любом случае точно туда уже не надо ничего пересылать. Я сейчас пытаюсь изменить даже в старых видео, чтобы это включилось. Вот. Но, друзья, это только от всей души. То есть вот это как бы у кого нет денег, я работаю для всех. Понимаете, как сельский врач, да? То есть здесь, если человек чувствует, что ему хочется поблагодарить, подпишитесь. Если нет, так и не надо. Просто смотрите видео. Я же рекламу отключал еще до того, как ее отключили в YouTube нам. Я отключал, потому что я не хочу. Вот как происходит реклама? Вот вы смотрите мое видео. И тут кто-то, какая-то гадина, да, начинает что-то вот абсолютно непотребное рекламировать, вот прерывает видео и начинает вам показывать какие-то картинки, которые отвлекают от математики. Вот вы уже настроились, смотрите, и тут вам «Успейте приобрести!» Да, это все. И за то, что он изнасиловал ваш мозг в особо извращенной форме, он мне платит деньги. Это коррупция. Любая реклама – это коррупция, вы понимаете? Вот это моя позиция. Другое дело, когда вы сами лично от всей души просто это делаете и смотрите хорошо видео от начала и до конца. И это вот у меня такая позиция. Я вот если бы стал царем земли русской, я бы эту рекламу, я бы ее просто вот куда-то замордовал в какие-нибудь резервации. Пусть там будет на телевидении какой-нибудь специальный канал таких, как это называется, капрофилов, да, вот они туда заходят и смотрят эту рекламу целыми днями, смотрят, сидят там, вот. А на всех федеральных все каналы были бы полностью государственные, без всякой рекламы, естественно, только социальные какие-то объявления отдельные, ну, то есть, ну, это все мы фантазируем, это все мы фантазируем. Еще вопросы? Да. Ну, какой самый возраст, с которым вы работаете, для которого вы выступаете, и вот, в принципе, с какого возраста удается Детей, да, у меня пятеро детей, возраста от 19 до 2. От 2 до 19. Ну, это смотря откуда начинать. Вот, Мишка на физтехе на первом курсе. Он появляется на канале, но сейчас меньше уже стал, потому что у них 45 часов в неделю живых занятий. Физтех это... Понимать, да, что такое физтех, да? Вот. Значит, с Мишей я немножко занимался, но немного на самом деле, не очень много, он просто ее обожал, математику, с самого детства. И он вот там спрашивает, как вот, как он трижды призер и один раз победитель всероссийской. И, значит, как вот, типа, как этого можно добиться? Я говорю, ну, надо заниматься решением задач. Ну, как заниматься? Ну, от 8 до 10 часов в день он решал задачи. Ну, естественно, начальные способности тоже важны. Каждый день. Остальное время футбол играл, в общем-то. А в школу как? В школу он нормально, он сидел там, решал задачи на каких-то предметах. Что-то напоминает мне. Ну, то есть, это, слушайте, это как бы вот так. Да? YouTube-канал. Маткульт, привет! Маткульт, привет! Ну, как физкульт, привет, бывает, да? Бегут люди. Физкульт, привет! Вот у нас в Измайловском парке. Иду я в Измайловском парке. Маткульт, привет, Алексей Владимирович! Маткульт, привет! Там меня, как бы, многие знают. Там еще Бауманка. Прям рядом общаги. Вот у меня дом, вот через буквально квартал общаги Бауманки. Там просто идешь, как дома, просто в Измайлово, как дома. Идешь, выходишь побегать утром. Когда я в Москве, вообще обычно я в разъездах, но иногда бываю в Москве. Например, по выходным я в Москве. Точнее, в субботу физкультура, в воскресенье семья. Ну вот я выхожу побегать там в те дни, когда я в Москве с утра, а там физкультура идет. И вся группа. Алексей Владимирович, маткульт, привет! Там занимаются они там в лесу.
А физкультурник говорит, а кто это такой? Ну, это раньше он так говорил, а теперь встречает, говорит, Маткульт, привет, Алексей Владимирович. Вот, уже знает. Так что, Маткульт, привет, заходите, очень много интересного. Очень жалко, вот мы сейчас сняли, офигеннейший фильм с Мишей Башаковым, это такой исполнитель, поэт и исполнитель песен. Так мало смотрит, прям жалко. Распространяйте у себя, вот видео там только что вышло, буквально. Да, ну и все знают его песню про Элис, но ее как раз мы не пели, потому что она все-таки, она всем известна. А у него много совершенно других содержательных песен, просто послушайте. И он вообще очень глубокий человек. Вот, я же не ответил на вопрос. Не ответил. Да, практически не ответил. Так вот, начиная с 5 класса, я худо-бедно могу держать аудиторию. 4, 3, 2, 1 не могу. У них огромный интерес, но это непрерывный крик и виск. То есть огромный, они просто перекрикивают друг друга. То есть мотивация у детей, она врожденная и огромная, это надо понимать. Ее как бы потом вот так устроена жизнь, что мы не умеем ее сохранять. Но она изначально очень большая. Но они в детстве, они все друг друга перекрикивают, они не слушают, они вскакивают, они вот так вот руку, это самое. Я не умею держать дисциплину. Вот с 5 класса уже немножко умею. Вот, то есть я как бы как, для меня учителя вот начальной школы, это, понимаете, это как боди, это что-то невозможное, запредельное просто. Как вот это, как учительница моей дочки Светы, которая так, как бы такое впечатление на нее произвела, что Света говорит, что она будет обязательно учителем младших классов. Вот эта учительница, она рассказывала такой эпизод в ее жизни. Сидел школьник, это один из ее там, она уже 11 класс набрала. 11 класс, это понятно, по 3-4 года, то есть с хорошим опытом. 4 года. Ну да. Вот, и вот, ну там раньше 3 было. Вот, и вот, значит, какое-то время назад набрала она класс, 6 или 7 свой там по очереди. И 2 сентября у мальчика падает пенал и рассыпаются фломастеры. И он выдает тираду матерных слов на весь класс, грубо и с выражением. Как? В полной тишине. И она говорит, Алексей Владимирович, понимаете, вот я не знаю, что делать. Я должна за секунду понять, как среагировать, иначе на смарку вся учеба в этом классе на все 4 года. Понятно, да? То есть это момент, когда правильная реакция, да, ну, естественно, ну, не убьешь его, да, и тоже даже не побьешь, в общем-то, так просто. И вот как нужно сразу дать правила игры, что этого больше никогда не будет, что это полностью недопустимо, да, и все это выразить вот какой-то одной фразой, чтобы остальные как бы это поняли. Это волшебство. Она это сделала. Какая фраза? Не знаю. Она сказала, что она это смогла сделать, она смогла найти нужные слова. Но я бы не нашел. Правда. То есть вот этот возраст я не смог бы, я никогда не был бы учителем младших классов, не смог бы. Классным руководителем с 5-го я думаю, что вполне я мог бы быть там где-то, на пенсии, может, даже попробую. Ну, посмотрим, я не знаю. Ну, то есть вот более старшие возраста, мне уже понятно, я и кружки вел подолгу, по несколько лет там у меня были в руководстве, особенно старшие классы. Со старшими вообще там нужно понять, чем они живут, что у них там за музыка такая. В этом рэпе разбираться, там, события рэп-баттлов главных знать, да, в общем, они уже твои все, вот, но, как бы, на уровне младших я не умею. Не, нужно, чтобы понять, чтобы это не было напускным, как какой-нибудь там директор какой-нибудь школы, да, хочет быть таким молодым и современным, и, как бы, он вот, он сам, ему вообще плевать на все это, но он делает вид, да, это всегда дети чувствуют. Вот. А вот если ты вот включил рэп-баттл, это действительно круто, ты сам над ним ржешь, да? Вот тогда есть о чем поговорить. Но это мой случай, да. Меня спрашивали, смог бы я поучаствовать в рэп-баттле. Нет, потому что я не остроумен, не могу быстро реагировать. То есть меня бы сразу замордовали. А в мат-баттле? Тоже плохо получилось. Ну ты видел эти все. Я плохо решаю, медленно. Бывает прям вообще позор, вот как на этом последнем нашем. Форт Боярде, где я элементарнейшую задачу в конце не решил. Просто нашло затмение и не решил. Ну, это ничего, я в принципе, не боюсь этого, я, как бы, нормально. Еще вопросы? Про дни рождения посчитали, поняли суть? 5 дней рождения совпадают. Нет, слушай, я сходу вот так не соображу. Сейчас обратно поедем, расскажешь. Да? В МЦД, да. На стриме. Если я не выпаду спать. Обратно вообще же будет, плацкарты все.
Я в электричке сплю. Сажусь, но у меня вот младшая наша, она очень такая, она шебутная, постоянно вертится ногами. И спишь, вдруг бах, тебя под в пах. Нога маленькая такая, нога в пах ударяет. Надя, развернись. Опять пах. Вот. И поэтому, когда я еду вот на физтех, например, я сажусь на доводачный. Бах! Следующая станция. Ой, не на доводачной, на этой, на окружной. Следующая станция на доводачной. Раз, встал. Пошел. Сплю, слышу. Ой, сфоткай его. Да не надо. Надо, неудобно же. Да нет, я для себя, я не буду выкладывать. Студенты физтеха. Один раз я еду, работаю, тут надо мной вот такой шкаф здоровый нависает. Алексей Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у меня отняли месяц моей жизни. Я говорю, ничего, мы сейчас еще один курс запишем, я у вас еще полгода отниму. Вот. Разные бывают. Да. Но это он так просто, он такой юморной очень дядя был. Да. Конечно, конечно, с благодарностью. Не-не-не, взрослый там такой, взрослый, суровый там охранник типа. Вот. Да, не, бывает самый. Один раз курьер подошел, говорит, Алексей Владимирович, вы все время говорите, вот, что если ты не будешь учить науки, то тебя ждет карьера курьера. Это я часто так выражаюсь, да? Он говорит, вот у меня карьера курьера, но я зарабатываю 120 тысяч в месяц. Я говорю, как? Он говорит, задача конвоежора из ваших лекций. Решаю ее в два раза лучше моих коллег. Средний по Москве 60 тысяч, а у меня 120. Так что математика нужна и курьерам тоже. Вот так вот. Еще вопросы? Да. Где вы столько сил берете? Во-первых, каждую субботу я прохожу 50 километров пешком. 50? Иногда больше. 50 – это более-менее минимум. Иногда я участвую в рогейнах, это соревнование ориентирования, когда это происходит бегом в районе 50-60 километров. А это бег-ходьба? Ну да, полубег-полуходьба, 7-8 км в час. Я не в высшей лиге рогейна, то есть я не занимаю мест. Но если там формат 4 часа, например, я выбегиваю целиком, да, и я практически не переходя на шаг, и там типа 6-7 в принципе могу занять на соревнованиях городских. Из каких? Ну, из всех участников, ну, шестой, нет, ну, все-таки это редко, скорее десятый. Но там есть несколько непробиваемых. Там один парень, он пришел однажды в галстуке, вот так пиджак, галстук бабочкой, и говорит, я решил в этот раз так походить. Все равно всех сделал. Это вот, который абсолютный чемпион, если он появляется, он делает всегда всех. Он пришел, взял, просто всех опустил. Он просто пришел в пиджаке, да, с бабочкой и выиграл рогейн, значит, в какое-то место, где грязь. Там он через озера в этих пиджаке переплывал осенью, в ноябре. Пижон? Ну, не, просто, как бы сказать, вот не то, что пижон. Нет, он очень... Он просто рогейнер от Бога. Понимаешь, вот и все. То есть это не пижон, это действительно рогейнер от Бога. Не, вот эти-то зачем вещи? Ну, просто решил так вот, взял и решил, да. Он говорит, у меня день рождения, я же должен быть в хорошей форме. Просто участвовать уже скучно. Не, ну да, ну это феноменальный человек. Но дальше за второе место уже идет борьба, если он есть. А если нет, то за первое. Там есть человек, в том числе мой одноклассник Саштонис, всегда где-то впереди, который марш-броски проводит каждые полгода. В общем, я вот в той движухе, но как бы не впереди. На лыжах зимой я хожу на лыжах каждую субботу с группой. Мы проходим 60, 70, и один у нас выход 100 километров за один день. Раз в год. Уже 7 лет подряд я участвую в этом соревновании. Всего у меня, по-моему, 16 или 14 за мою жизнь, 14 таких забегов с разными результатами. Когда я был маленький, я быстрее, конечно, ходил. Сейчас медленно уже. Скорее всего, честно должен себе сказать, что, видимо, следующий десяток, вот с 50 до 60, в какой-то момент этого я уже не буду успевать за день. То есть, например, в этом году было 14 часов 13 минут. Это уже как бы на грани успевания от электрички до электрички. Но еще есть запас. 2 часа еще есть запас. Ну,
с самой ранней до самой последней, это 16 с небольшим. Можно прикинуть примерно. Я прикидывал. Я не могу сказать. Это зависит от того, насколько мои кондиции будут ухудшаться, вот с какой скоростью. Погода. Это непонятно. Погода. Да, если погода плохая, я и сейчас не пойду. Плохая — это значит либо очень сильно холодно. Ну, в общем, по сути, да. Нет, для меня страшно, когда холодно. Я просто замерзаю и не могу идти дальше. Вот эта вот ситуация, даже в шубе, если я иду, то есть за весь день. Так еще несколько лет я надеюсь походить. Плюс-минус там, ну вот по модулю вот этой холодной погоды. Просто последние 7 лет была холодная погода один раз, но тогда не 100 было, а там 93 зачетных. Сейчас 100 зачетных и еще 6 до станции. Сейчас удлинили. Все было 93 плюс 6, 99, говорили, ну 100 километров. Говорит, нет, 100 должно быть зачетное. Короче, фанаты взяли и удлинили маршрут. Зачем? Чтобы было 100. 100,6 сейчас. А где это все происходит? Это происходит на севере Московской области. Старт со станции Березки ленинградского направления, дальше 35 километров до костра, 30-ка петля и 35 туда. Ну, там немножко по-другому, там 34 и 30. Ну, короче, грубо вот так. То есть там костер с питания, два питания, соответственно, получается. Ну, и на финише всех ждут, там уже наливают, там кормят. И еще нужно потом 6 километров до станции дойти и уехать. Вот, так что энергия, это спорт, физкультура, ну потом это мое призвание. Я всегда знал, что я буду, лектором, популяризатором. Мой дед, автор учебника трехтомника «Математика для военных», по которому учился весь Советский Союз, кто шел в военные академии. Нет. Где-то в 90-е уже совершенно. То есть последнего я видел вот в Красноярском училище. Я помню, мы идем в поход в горы, 30 градусов мороза, фигачим там по красноярским сопкам с моим другом и с его другом. С его другом я до этого не был знаком. А друга зовут Денис, он, значит, я каждый раз к нему, когда в Красноярск приезжаю, мы ходим по горам. Ну и вот мы пошли в сильный мороз и ночевали в этом самом. У него на даче... Ночевали там постоянно, каждый час растапливали снова печь, эту буржуйку железную. Вот, ну и это, он достает, начинает учить математику, он в военном училище. Я говорю, что? Дай. Ага, говорю, молодец, бери, это мой дед. У него шок был, да? Просто, как это так, да? Моего деда... звали Исаак Александрович Лурье. И, соответственно, вот его трехтомник «Математика для военных», он вот долгое время был основным для военных училищ. Потом, да, там были другие книги уже. Вот. И никто из моих родственников, зная математику, не становился ученым математиком. И я как-то сразу тоже считал, что так надо. То есть я буду рассказывать о математике, я не буду сам ничего особенного выдумывать. Особенного. Ну, у меня есть диссертация, но она проходная, честно скажу. Совершенно такая. Ну, я писал сам ее, но она, я имею в виду, что качество у нее, она не безумно интересна. Так, какие-то там теоремки, доказательства. Вот. Хотя там есть довольно кропотливые. Я просто имею в виду, что и сами результаты, они не безумно интересны широкой публике. Вот. А так вот я знал, что я стану популяризатором, буду ездить. Я вообще с детства мечтал именно ездить по всей стране, путешествовать. И долго думал, вот какая должна быть профессия? Наверное, геолог. Потом думаю, нет, геолог, он вот как приезжает, сразу вот нужно целый месяц сидеть на одном месте и копаться. Нет, что-то другое. Журналист! Фу, я не хочу быть журналистом. Что бы еще придумать? А жизнь сама сложилась так, что я теперь езжу. У меня в том году 100 билетов на поезд, 100 с лишним, 111 или 117, и 50 самолетных. Нечетное число билетов? Я точно не помню, 100 с лишним, 100 было к ноябрю. Вот, я потом перестал считать. В этом году меньше, потому что я теперь завкафедрой на физтехе, и как бы иногда там появляюсь. Но это все равно, то есть это как бы, это меньше, но это совсем не сильно меньше. Это все равно, грубо говоря, каждую неделю 1-2 выезда. В среднем получается, наверное, один выезд в неделю. Некоторые недели без выездов сейчас стали, но это 2 или 3 были за этот семестр. Некоторые по 2, как в эту неделю. В эту неделю будет 2 выезда. Набережные Челны и Ярославль. Вот. Ну и вот как бы, то есть это мое предназначение. Я просто услышал это, ну как бы сам начала услышал. Я человек
ну как, я человек верующий, я православный христианин, обычный прихожанин. Я, ну, пытаюсь настраивать отношения, да, вот, и то, что мне надо, я это знаю, что мне надо. Мне надо вот такую жизнь вести. У нее нет никакой цели, это просто деятельность, которая соответствует мне, как человеку. Вот, так что энергию, в том числе, конечно же, и свыше она тоже, наверное, идет. Но без физкультуры тут никак. Никак. То есть все тело начинает гнить совершенно просто. Вот сейчас, например, я как бы сильно в строю. В Вятском в четверг я буду гораздо более такой вялый. Потому что сейчас, вот буквально два дня назад, я ходил в очень большой поход, да? Вот. А, соответственно, к концу недели, это уже 5 или 6 дней назад, это уже нужно повторять. Это наркомания, наркомания нагрузки физической. Это очень такое явление, которое спортсмены хорошо знают. То есть это вот уже все привычно. Мышцы привыкли, уже никуда не деться. Во время активности что-то такое интересное? Да, 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 конечно, конечно. Конечно, я придумываю по новой, как по новой подать. Вот какую-то задачу знал, там сложное, какое-то сложное рассуждение, которое всегда непонятно в исполнении других. И вот ты идешь куда-то в горы, и вот ты идешь, и вдруг все легло, идеально легло. Вот это надо излагать вот так, так и так. Да, и тут же все записал. У меня этот кнопочный телефончик, смартфон я не использую. Набил кратко план, потом пришел, записал все это, поехал куда-нибудь и выставил премьеру. У нас будет премьера, я сейчас вам расскажу такое-то рассуждение по-своему. Я его изложу по-своему. Вот. То есть это именно вот всю жизнь я думаю, как бы попроще изложить то, что я сам понимаю, другим людям. В этом есть мое предназначение. Я для этого живу. Еще вопросы? Давай. Как вы учились в школе, в институте? Ой. Какие оценки были? У меня было две грамоты. Две грамоты. Так, друзья, слушайте, можно я отлучусь на две минуты? А задачу дать? Я поужинал и как бы это сказать, в общем, я не буду уточнять. Сейчас на две минуты получить задачу, да, дать задачу? Давайте сейчас дам какую-нибудь задачу. А, отлично, дам задачу. Чемпионат мира по футболу. Четыре команды в группе, ну, знаете, да? С каким минимальным количеством очков можно при удаче выйти из группы? Одна или две? Каждый с каждым один раз. Обычный чемпионат мира. Четыре команды, шесть матчей. Каждый с каждым один раз. Три очка победа, одно очко ничья, ноль поражения. С каким минимальным можно выйти и с каким максимальным можно не выйти при плохом раскладе? Я вернусь и продолжим. Посмотрим. Давай. Так. Давайте сейчас, как я учился, и потом ответы, да, на какие-то задачи. Так. Значит, у меня две грамоты. Я закончил московскую 57-ю школу. В наше время это была школа номер один без конкурентов в Москве. Конкуренты были в Питере, в Киеве, в Казани, но не в Москве. В Москве не было. Я закончил ее с двумя грамотами об особом отличии. Угадайте, по каким предметам? Физкультура. Правильно! У меня была грамота об особом отличии в физкультуре и в химии. А в математике? У меня была четверка по геометрии в аттестате. Более того, у меня было три за экзамен, мне только исправили. Сказали, ну вроде все-таки он на 4 же знает, но 3 просто в плохой форме был. Я прогулял эту проективную геометрию. У меня была подруга. В 9 классе она была. В гуманитарном классе. А я в 11 математическом. Там набрали гум-класс и полностью разрушили процесс обучения в 11 классе. Потому что там почти все девочки, а у нас почти все парни. И 2 года разница идеально в этом возрасте, идеально. Вот, но мы тут же их все разобрали. И Гоголевский бульвар, гитара, портвейн, понятно, да? Вот, ну и в результате я все прогулял проективную геометрию. Я не решил ничего по ней.
Ну, потом все-таки 4 поставили по геометрии, 5 по алгебре. Алгебру я очень любил, очень хорошо. Я прям чувствовал эти все иксы и игреки. Это прям вот, мое было. По биологии должна была быть двойка. Но ее вел директор, который вел и химию тоже. А химию я сам помогал ему вести в моем же классе. Он как он всегда сокрушался. Ну как же так? Ну почему ты не можешь полюбить биологию? Я говорю, я не могу, понимаете, Сергей Львович, я не могу понять, почему это интересно, как я устроен. Ну как Бог создал, так и устроен. Он говорит, ну это же научный интерес же должен быть. Вызвал меня однажды и говорит, не знаю, сейчас записывать это или не записывать. Ну ладно, запишем. Короче, он вызвал меня к доске и говорит, ну ладно, Алексей, нарисуй пищеварительный тракт. Я рисую. Что вы думаете? Рисую. Это рот, а это прямая кишка. Все лежат. Весь класс лежит под партами от хохота. Ну, в общем, он мне поставил 4 просто так. За, он говорит, часть пятерки по химии, которая, наверное, 7, а не 5 у тебя, перелетает сюда. По истории тоже отлично. Я вообще очень сейчас люблю историю. Сейчас я прямо ею увлекаюсь. Я ее читаю все время. Я где-то с 35 лет увлекся историей. Уже 15 лет, как я непрерывно, там и серьезные книги, и такие как бы билетрические, всякие билетристические. Сам о ней думаю. Но это вот меня в 35 лет пробило. А в школе я вообще не понимал, зачем это все нужно? Мы же все тут хипы и миру мир. Зачем нам история? Вот Битлз поиграть, это да. Или машину времени. А историю-то зачем? Ну, историк, значит, я пришел писать сочинение на тему, там, Ленин что-то с какими-то его соратниками. Но мне очень понравилось слово «соратник». В слове «соратник» я намеренно пропускал букву «о». И вписывал сверху вот так, Ну, пропустил же, не заметил. Вот. И так примерно 7-8 вхождений в сочинение слово «соратник» всегда было написано одинаково. С пропущенной буквы «о» и вписанной сверху. Внизу стояло 2 за издевательство над темой. Потом тот учитель ушел. Пришел другой. Тот говорил, что Ленин был хороший, а Брежнев нет. И Сталин был тиран. А тот, который пришел, говорил, они все поголовно тираны, и весь Советский Союз – это тирания. А вот сейчас будет время добра. Я говорю, как же так, нам только что объясняли наоборот. Нет. А потом и он тоже ушел, и новый пришел. А нет, между тем и этим была такая постмодернистская учительница истории, которая объясняла, что все зависит от позиции. Ну, как это сдавать, я просто не понимал вообще. Вообще не понимал. И вот пришел последний, который говорил, что все это тирания. Он говорит, Алексей, мне не хочется тебе ставить 2. А, он еще вот, он, значит, знаменит такой фразой. Мы как, на футбол, мы играли в футбол внутри, просто во время уроков истории, играли прямо во дворе в школьном футбол. И вот однажды, значит, футбол, там мата много во время футбола бывает иногда. Вот. И однажды, значит, вот такая громкая игра, мяч вылетает в наш кабинет, в окно, и следует такая длинная тирада. Высовывается учитель истории, Алексей. Можно вас попросить потише? Вы мешаете вести урок в вашем классе. Потом говорит, Алексей, мне не хочется вам ставить 2. Но вы же понимаете, что это ваша заслуженная оценка. Я говорю, конечно, понимаю. Ну, давайте я вам все-таки поставлю 3. В истории за сочинение, когда стоит 2-2, 2-2, 2-2 и 2-2, среднее арифметическое может быть 3. Это же не математика. Но дайте мне, подарите мне ваше последнее сочинение. Я его опубликую. Не от своего имени, а напишу сочинение одного моего ученика. И в каком-то юмористическом журнале он его опубликовал. На соратника? Нет, это другой, это тот, который вот 2 за 2. Нет, это, он реально опубликовал, да. А как его найти? Сам не знаю.
сам не знаю. Хотел найти к 50-летию, но не понимаю, как это сделать. Вот, в общем, он поставил мне тройку. У меня не было двойки в аттестате. По английскому была тройка с двумя минусами. Там такая... Да я не понял, зачем мне этот английский? Я же по-русски умею разговаривать. Ну так пусть они по-русски говорят, зачем я буду учить их язык? Я, честно говоря, до сих пор так считаю. Ну, я, конечно, выучил английский, потому что статьи я читаю по-английски, просто интересно. Ну, в общем, не то, чтобы я прям так считаю. Конечно, я знаю английский, общаюсь там. Тут есть довольно много иностранцев живет сейчас в России. Вот, в Переславле он целая коммуна. Я бы с ними, конечно, сложно, если бы я не знал английский, я так интересно пообщаться с людьми. Но так в целом я как-то, да, я к языкам не способен. Мне даже больше французский нравится, такое звучание красивое. Да, вот так. Сейчас адыгский пытаюсь учить, но тоже я слаб в языках, в принципе, поэтому это трудновато. Это продлевает жизнь. Уипча дэшэ. Уипча дэшэ. Уимахэшэ. Уипча хашэ. Да, это адыгский. Это доброе утро, добрый день, добрый вечер. Лопсэ, Алексей. О, спасибо. И тебе тоже, и тебе. То есть чуть-чуть знаю, там очень сложный счет идет. Мы изучаем адыгский язык с Муратом Куканом. Это народный артист России, который... Кукан, да. Мы с ним дружим, мы изучаем. Я его математике, он мне языку. Серия, видеосерия «Леша и Мурат» называется. Снимают в Адыгее. Вот. Ну вот адыгский я бы хотел выучить. Просто реально хотел бы. Просто, ну как-то это вот... Я же там работаю, но нехорошо, что я не знаю язык того места, где я работаю. Вот я даже вот в Татарстан я езжу, в Камский математический центр у меня там. Я вот могу уже обратиться. Исен месээс кэдерле дуслар. Это значит, здравствуйте, дорогие друзья. Если ты так обращаешься, аудитория вся твоя, все. Одна фраза решает дело. Это очень важно, это вот надо понимать. Ну вот так. Ну что, наверное, все, да? Результат решения задачи. А, ну да! 5. Нет! 6! А, грубо говоря, это могло быть там, где Германия, Швеция, Мексика была, и Корея. Угу. Если все бы обыграли Корею и друг друга по кругу. 6-6-6-0. Вот. А внизу, например, 3 легко можно сделать. Более того, от 3 Корея была в 2 шагах. Корея обыграла Германию 2-0. И если бы шведы слили Мексики, я очень за это болел, чтобы вот вышла Мексика и Корея. Вы круто, да? Швеция из Германии вылетает, выходит Мексика. А чуть-чуть, вот, не знаю, если бы слили, было бы 9-3-3-3. И вот вам, пожалуйста, исход, когда с тройкой. Но на самом деле можно и с двойкой. Но это уж совсем невероятная ситуация. Это просто 9 и 2-2-2, да. Когда они друг с другом все в ничью, и один мочит всех. Ну, я не знаю, есть ли такое. Такое, безусловно, бывало. А вот если так, бывало ли такое в истории, я не знаю. Но то, что один недостаточно легко доказать, то, что 7 достаточно, тоже очень легко доказать. Спасибо за внимание, друзья! Еще вопрос. Да. Кружки кому дали? Кого? Кружки. Кружки? Знаете, вот как-то рандомайзом, да? Вот, как... У кого день рождения сегодня? Нет, у кого 5-го, тем пятерым. Может, либо сыграем, кстати, да. А вот есть 5 кружек? 5-го, да, есть. Все, тогда, ребят, 5 июня, ребят, давайте. Все. Ну это же гениально, да, это же просто гениально, да. Так, и, друзья, давайте общую фотку. Конечно. Так, а ты Степан, да? Нет, я Макс. Макс. А где Степан? А вот Степан. А вот, привет. Приятно познакомиться. Так-то не получилось. Да. Такие мы штуки. Ой! Ничего себе! Доктор Хаус от математики. Это вам. Чем раньше начинаешь, тем лучше, да. Ох ты ж, боже мой. Знаете, где это фото? 5 июня. Это новый мост в Иркутске, в Академгородке. 5 июня. Там фотограф один, у меня было интервью в газете «Е-развитие» в Казани.
И они заказали кучу фоток, а я в это время в Иркутске был очень долго. И эти фотки непонятно было откуда добыть. И, в общем, нашли местного фотографа совершенно шикарного. Он отснял штук 1000, наверное, фотографий за полдня. И до сих пор там вот... Ну, вот это сам, вот она просто всюду используется. Вот. Вот. А фраза откуда? На кружке? Не помню. Наверное, я где-то сказал. На самом деле, некоторый секрет математики, чем раньше начинаешь, тем лучше. Хэза корявая, явно моя. Коряво построенная. А, ну да, тут написано Саватей Фаве, да. А какая там фраза? А вот. А если еще остались кружки, то тем, у кого еще совпадение. У меня с 11-го. А девушка где? Что еще? Наверное, шла уже, да? Давайте вот это очаровательное вот здание я хочу дарить. Да, конечно, конечно, конечно. Можно я с вами сфотографируюсь? Конечно. Я преподаватель по математике. Так, давайте фоткайте сначала. Это видео, да? А мне можно тоже? А фото, а фото, да, конечно. Пришла, мне нужно, да, отчет. Что мне просто пришло. Давайте. Вы вузовский или школьный? Нет, я школьный. Обалдеть. Я прям вот... Профессор в камеру. Это главная профессия. Как-то я записал, я три раза повторил на разных лекциях, что учитель в школе – это профессия, которая важнее, чем президент России. Мне сказали, что мне прилетит, но мне ничего не прилетело, ниоткуда. Ни одного звонка не было ни из ФСБ, никто меня за это не ругал. Когда я посоветовал с одним знакомым ФСБ, чтобы он сказал, так он с этим согласен, президент России. Сейчас вы закончите. Не сомневайтесь, он с этим согласен. Так что это самая главная профессия. Спасибо. Вам сил, крепости. Все спасибо. Маразмы мы переживем. Да. Но со временем, когда всех придурков оттуда удалим, это не сразу произойдет. Но терпите. Можно с вами сфотографироваться? Да. Давай. Ставьтесь мне, пожалуйста. Давай. Спасибо. А можно я? Давай, давай, давай. Конечно. Можно сфоткать? Да, да, конечно. Русские витязи, да? Ух ты, круто. Давай, куда смотрим? Сюда, да? Наверное, вот мы. А, вот сюда. Удачи. Взлет. Я там был. Вы там были? Да. Вы были там в январе? Нет, по-моему, раньше. В январе? Нет? Мне кажется, что осенью. Я был в сентябре на истории. Да, нет, я был, мне кажется, в ноябре. В январе я выложил в интернет. Нет, был раньше. Чуть не в октябре даже было. Чуть не в октябре. Сюда. Господи, как Алексей Владимирович, можно вообще фото быстренько, чтобы ребята уехали на их встречи, а потом уже что можешь им сказать? Еремею, да? Давай. Поехали. Еремей, Маскульт, привет из Подольска. Передай привет 26-му лицею. Общее фото можно? Да. Какому? Где? Да, конечно. Подольске? А, 26. Круто, просто в Набережных Челнах это самая крутая школа. Иди сюда, да. Да. Давай. Дальше, пожалуйста. Маткульт, привет 26-му лицею города Подольск. Я вас тоже так, класс. Если можно, вот сюда. Так, Алексей Вадимович. Опа. Так, не войдем? Войдете, если все бочком встанете, то вообще будет прекрасно. В лимбо. В лимбо? В лимбо. Молодые люди, можно? Есть Серега. Учите там бочком. Вот так. Есть еще кто-нибудь из студентов? Вот они. А как мы фотографируем? Вот. Минуточку, подождите, да, пожалуйста. Да, мне да, дали тоже вас всех сфотографировать. А, на меня, пожалуйста. Когда Степан написал? 8 месяцев назад, да? Да. И еще теперь раз. Первая родилась 8 месяцев. Это первая. А можно сейчас мы как-то хороших, умных попробуем людей, популяризаторов науки? А еще будут? Да. Да. Когда? И не раз. Пойдите за рекламу, подписывайтесь на Дзен. Лекции. Иногда
если кто-то выскажет желание, будут повторяться, приезжать разными темами. Как про них узнать? Что это рама? Где анонс? Специалисты. Что вы пишули? Указали свои электронные адреса, на них будем отправлять информацию о предстоящих мероприятиях. Все, кто хотят получать информацию, ну, у нас будет телеграм-канал. Нет, также есть страница ВКонтакте, как же в Телеграме, поэтому, ребят, сейчас, конечно, все будет пободрее, но вот как-то в Телеграме можно будет найти смузи или ВКонтакте. Все, друзья, спасибо.